Я очень рад вас всех видеть. Надеюсь, все хорошо слышно, видно. Если что, скажите, дайте знать, чтобы я мог поправить ситуацию. Чатики сейчас ваши размещу как положено. Чтобы все видеть и слышать. Что, как у всех настроение, друзья? Я вот старался для вас сегодня, голосочек мой прорезался, старался для вас сегодня как можно быстрее сделать стрим. Так, в ТикТоке до сих пор у меня... А ну-ка. Заблокировать, разблокировать. Нифига не работает, короче. Что ж за безобразие? Ай. Не могу опять в ТикТоке вам отвечать, мои хорошие. Не могу. Сорян. Не работает это у меня история все. До сих пор. Что происходит? Не понимаю. Все включено. Но не могу. Ладно. Давайте все равно будем переходить к... трансляции, что у нас там, видно ли нас на Твиче, на Ютубе, вижу, видно, вижу, подтягиваются потихонечку зрители, круто. Ребят, спасибо вам огромное за вашу поддержку, потому что без вас я не знаю, сколько бы я выздоравливал. Очень классно, очень крутые комментарии, очень крутые пожелания были, выздоровления быстрейшего. Я вон сел на антибиотики мне назначили, и все пошло быстренько на поправку. Так, давайте. Фона. Первый. Давайте еще двоих возьму. Сейчас сразу на разминочку. Максимум присоединиться хочет. Давай. И, ребят, давайте познакомимся с теми, кто меня не знает еще. Меня зовут Дима. Мой никнейм Brother2S. Вы... можете меня добавить в друзья при желании. Я играю каждую каточку с новыми тремя зрителями, подписчиками. Поэтому смело кидайте, когда заканчивается каточка, смело кидайте запрос на добавление. Вот. И те, кто присылает донат, попадают в пати без очереди, без всяких рандомов и всего остального. Я прям столблю за вами место, бронирую. Вот, те, кто присылают в подарок скин, были такие неоднократно, играют на стриме два раза. Может, вообще и три сделаю сегодня, посмотрим. Но два стабильно, точно. Все остальные могут поиграть только один раз. Либо рандомно, либо за донатик, без очереди. Вот такие вот, в принципе, правила неизменные, как были, так и остаются. Так, Unlock, Melbourne, привет, Хайока, Fortnite, здорово, можно поиграть, приму сейчас всех, кто отправил заявочку в друзья, вот тут только что принял перед стримом четверых человечков, вот сейчас еще один. Давайте, ребят, королевскую битву. Да, очень далеко, но слышно. Давайте, разомнемся чуть-чуть, сейчас поиграем. Меня слышно? Да, но не очень хорошо. Только нажми, пожалуйста, Вань, нажми, готово. А, вижу, все. Что-то звук такой странный. Меня нормально слышно? Нет глюков со звуком? Да, нормально, нормально. Нет, супер, нормально. Супер. Это хорошо. Рубен Антонян. Добро пожаловать на Рубен, подожди, стоп. Что происходит? Здесь у меня ничего в чате нет. Походу я тут один в нем. Секунду, мне надо перезапустить чат YouTube. Ребят, вижу, вот пишет мне Punkster. А, ты кинул, да? Если кинул, то приму сейчас. Я думал, ты просишь меня. Ну смотри, пока нет. Наверное, либо я уже принял тебя, либо еще не долетело. Бывают у Fortnite задержки небольшие. Вот, поэтому посмотрим сейчас. Перепроверь, может быть, ты кинул кому-то не тому, потому что после того, как я создал канал на YouTube, очень многие захотели себе такой же никнейм, и там сейчас их пруд пруди. Штук 5 как минимум.
Так, друзья, сейчас немножко переоткрою чатик, потому что... Да, ну, естественно, тут такой движняк, а я этого всего не вижу, потому что у меня... Как только я открыл чат, рухнул интернет. Блин. И пришлось все перезапускать, а я его не перезапустил. Сейчас уже лететь надо. Блин, где он у нас? Вот, нашел. Супер. Все. Ставлю сейчас его себе в доступное место. И хочу видеть. У нас там одно новое событие произошло. Шикарное. Так, ребят, летим на точку. А, подождите, точку убрали. Куда мы летим в итоге? Да, давай, все. Летим. Итак, Рубен. Рубен, Антонян, спасибо тебе огромное, братан. Рубен стал первым спонсором на канале YouTube. Первый, кто подписался на канал YouTube, платную подписочку сделал. Просто гигантское тебе спасибо. Рубен, я тебя однозначно пишу. По такому случаю ты сможешь сегодня играть со мной как минимум два раза. Рубен. Если будет желание и возможность, может быть и три сыграем, если не будет сильно много. Хотя даже если будет сильно много желающих, Рубен, ты играешь сегодня три раза. Потому что это первое событие, уже месяц как минимум есть возможность стать спонсором. К сожалению, жители России не могут этого сделать, потому что есть ограничения. Вот. Но есть у нас зрители из других стран, которые имеют возможность, вот Рубен стал первым. Это очень круто. Он кстати, один из моих... Да, да, говори. Говори. Рубен просто один из самых моих таких стабильных и больших спонсоров, который поддержит меня, постоянно пользуется функциями суперчата, суперстикеров. И это очень круто, это очень меня поддерживает и вдохновляет. Спасибо тебе большое. Ребят, давайте подбежим к бочке и захилимся. ЛС фулл, поэтому ему нет смысла. Давай. А нам надо. Супер, просто. Рубен, ты меня прямо сейчас вдохновил, реально. Я аж чувствую, как выздоравливать еще быстрее начал. Ребят, сразу те, кто пришел, пока вы не разбежались, сейчас... Давай, пожалуйста, не отвлекай, хорошо? Я не могу слушать и тебя, и тут говорить. Что? Хорошо, хорошо, давай, зайка. Я просто говорю, а ты меня перебиваешь. Короче, ребят, завтра хочу сделать тоже стрим. И завтра хочу сделать на стриме еще и розыгрыш. Поэтому обязательно приходите. Я специально говорю сейчас вам, чтобы вы завтра не упустили эту возможность, чтобы завтра пришли. Потому что бывает, кто-то там не может долго смотреть, убегает. Вот. Но я буду счастлив, если вы сегодня будете смотреть этот стрим от начала до самого конца. И мы будем с вами вместе. Этот стрим выстрелит и... Его посмотрит очень много людей. В последнее время на канале наблюдается просадочка. Это нормальное явление, но меня оно немножко напрягает. Смотрите, ребят, по заданию, кстати, насчет уничтожить знаки. Помните, есть такое задание в кошмарах? Вот, знак зомби. К нему подходите, вот так вот делаете, и все. И у вас уже засчитывается выполнение задания. Это очень такой важный момент, потому что меня просили записать этот видос. Я сейчас прям... Зафиксирую, сколько у меня там идет трансляция. Блин, где посмотреть? Время. 8 минут. Вот. Сейчас я себе запишу, чтобы вырезать потом отсюда. Конечно. Где? Ребят, давайте долутитесь и пойдем искать наших врагов. Кстати, Дима, я хочу подарил уже. О, сейчас я, кстати, это озвучу. Секунду. У меня есть список. Ребят, есть у нас Да, Рок 99, Канапа Лангент, Тимофей Про 28 и Олег Позитив, которые присылали либо мне что-то, либо присылали моим детям. Вот если вы обратите внимание, то закреплено на, в чатике в ТикТоке. Кстати, на Ютубе в чатике я не закрепил, потому что у меня же выключилось все. Стоп, где еще один чувак? В машине. Нет, все. Куда едем? На Мегасити? Да, ребят, сейчас я быстренько на Ютубе тоже сделаю это. Если тоже перезагружал чат, этого не видно. Там была закрепленная штука. Вот.
Ну, открывайся, где ты? Да ё-моё, почему она сюда падает? Вон, 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 чувак, мы чувак увидел. Хорош. Что-то я не понял. Я не понял, что за прикол. Стоп, вот. Максим, Максим, вот это, стой, 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 надо. Нашел. Окей, ребят, в YouTube сейчас кидаю, сразу, секунду, кидаю, закрепляю. Японский магнитофон. Доктора. О! Что? Меня сейчас бот убьет, походу. Секунду, ребят. Иди подхиль Максиму. Ну ты понял, вот этого подхиль. Я Максим. Ну подхиль. А, ладно, я тебя сейчас сам подхилю. Есть. Возьми меня и убегай. Друзья, вот кидаю, закрепляю сообщение сейчас, чтобы вы его видели в чатике YouTube. Правило, как попасть в чат. Да чтоб тебя, ёлки-палки, почему они разместили эту штуку прямо напротив закрепления? Сердечки эти, теперь невозможно, блин, в них попасть. Ладно, бог с ними. Короче, тут уже столько всего написано, такой кайф, ребята, я вот... на тупниках. Ладно, пошел играть, потом прочитаю чат. Если кто-то из моих админов есть, то может сейчас мне посодействовать немножко в этой игре. Я буду очень этому... Ай-яй-яй. Это кто меня там? Да откуда, елки-палки? Я сейф пошел лутать. Ой, я с тобой. Надо чекнуть. Сейчас, да мне расставить надо оружие нормально. Это вообще нафиг. А, пушка сломана, все, можно лутать. Лучше еще одну такую. Ой-ой, ребят, тут типуля. Я забыл, что у меня нет ни хп, ни этого. Ни щита. Так, чатик мой, дорогой. Смотрю, что тут написано. Где он? А, нет, закреплено там было сообщение. Так, ладно, я карточку заберу. Он плывет, он плывет. Тут, конечно, Java уже накипиш всех высадил. Все хорошо, Ваня, Рубенчик тут вижу, Панкстер тут, Мелман тут, Unlock тут, Мансурчик, привет, друг. Можно тебе место забронировать. А Рубен еще и воспользовался супер функцией. Господи, Рубен, конечно, я тебе три места забронировал сегодня на трансляции тебе уже, Рубен. Но ты можешь продолжать меня поддерживать. Я буду этому рад. Мишаненок, привет. Жижа, привет. Включи чат на Твиче. У меня что, выключен чат на Твиче? Может это так... Стоп, сейчас, короче, перезагружу и Twitch чат, потому что у меня, походу, проблема такая же, как с YouTube. Из-за того, что рухнул инет, перезагрузилось все. Из-за того, что перезагрузилось все. Из-за того, что... Перезагрузилось все. Из-за того, что... Алло, ЛС, капитан Хиль, тоже, давай. Twitch. Супер. Спасибо, ребят, что воскресили меня. Возвращаюсь в игру. Посмотрите, ребят, чатик на Твиче, заработал или нет. Блин. Чат.
Сейчас, налучусь быстренько, ребят, и пойдем дальше. А то я, когда начинается только трансляция, мне хочется везде быть одновременно, но не получается. Это очень чревато, видите? Когда я везде, то я нигде в итоге. Кто-то там стреляет. Это я стреляю, у меня типа деньги. О, мне этим дыроколом надо. Кого-нибудь. Да ну что ты будешь делать? Сколько их там накопилось, пока я отдыхал? Давай вот эту фигню возьмем. Возьмем вот эту. Мат, вышел как ваша? Не надо лучше. Все. Ресов просто пошел. Ребят, вижу парашют. Кто-то спускался сейчас из противников. Я не знаю. Сейчас посмотрю. Стреляю где-то, стреляю. Где? Вон, внизу. Сейчас, я бегу уже к нему. Я. Тоже летят, летят. Вот там вот. Вот там? Окей. Да, блин, вижу. Далеко вы, ребят. Ой. 28, убил. Хорош. Ну, у меня просто руки уже просто. Чел стоит, я его убить не могу. Блин. Так, мне сейчас. А, блин. Мне надо этим колострелом. Зона сзади. Выполнить зона, задание. Зона. Погнали. Если хотите, берите им, после этого. Мне одну пиццу можно докинуть в инвентарь. Там все четыре есть. Вот. Одну докинул. Метла, конечно, вещь классная, но мне некуда. Сейчас. Не, ты не. Потому что нужно задание выполнить с этим колючкострелом. А какое-то просто я мельком видел, когда я сейчас прикупил себе вот этот скинчик, у него есть задание на 2000 V-баксов. И угу. Когда заходил их смотреть, там было... А сейчас я пойду босса убивать. Блин, здесь есть липкий гранатомет, ребят, если что. Блин. Да. Сейчас вот так сделаем. Может тебе купить? Мне не надо, у меня занято все. Да ё-моё. Неудачно вы поставили, конечно, эту пиццу. До неё фиг доберешься. А, кстати, есть прикол с пиццей с грузовиком. Видели уже? Нет, какой? А, короче, если там как-то накинуть на грузовик с помощью пола пиццу, короче, и на там прицеп. Будешь ездить туда-сюда, то, короче, у тебя будет этот. У тебя грузовик будет прыгать туда-сюда. И хилить. Так, тут уже кто-то без нас повеселился. Ребят, всем, кто присоединился сейчас, привет. Что там у нас чатик на Твиче? Надеюсь, пишет. Вот принял. Значит, чат работает, он открыт, чат. Все хорошо, ребят. Вон, вижу. Вот в том направлении. Увидел. Я с помощью не буду сейчас. Я за тобой. Тём, вырубайте все. Угу, я увидел. О, один убежал вообще. У меня тут один. Минус один. Да ё-моё. Блин. Это ж... Колючка стрел, не дробаш. Одному 43 дал. Ребят, тут еще вот с этой стороны двое. Угу. А, да. Есть. Ну, двое. Еще один. Короче, еще я сейчас один сдохну, один. Если буду сейчас так играться. У меня сверху.
Ты посмотри. Помогите мне, мне, пожалуйста. Ты где? Я фону, я Ваня, помогите, пожалуйста. Мне... Фона. Да, я тебя вижу. Я вижу. Я рядом. Где кто? Минус. Хорош. А кто-то уже его нахнул. Там сверху на крыше сидит. А, он сверху? Окей. Да, я его вижу. Наш все педал. Слёрпы. Кому нужно нектар? Спасибо, подхилл. Кому-то нужен слёрпик? Да, мне один. Нужен. У меня ещё один. Да, ещё? Иду, ребят, к вам. Внизу? Он уже это я его убил. Блин. Хорош. О, у него здесь прикольный лут. Да, я посмотрю, может, дробаш возьму. Почему-то мне кажется, что я попадем. Это автомат. Вот. Все. Надо перезарядиться. Где слёрпик? Там сверху на крыше есть. Ну, забрали, наверное, да. Ну, хорошо, все. Там еще слёрпик. О, тут есть гранат. Ну, ой, это... Короче, блин, понастроили опять все, что не подняться, блин. Ой, какой классный дробаш. Вот это еще получше даже будет. Не знаю, выполнила или не выполнил задание, но я думаю, что стоит... А, пока оставлю, хорошо. Все, погнали дальше. Да, я пока что посмотрю домой. А кто у меня? О-хо-хо-хо, ребят, кто хочет? Не, бери. Я хочу. Бери. Кто-то найми тебе бизнес. Как я не заметил? Длинный чулок. У меня одного такой баг? Если вдруг, ребят, кто-то не знает, как выполнить задание кошмара, я там видосик записывал со звонком, позвоним в дверь и убегать. Вот здесь вот звоните и бегаете просто там секунд 10-15, так, по-моему. Надо выполнить. Вот, и оно сразу выполняется очень легко и быстро. Вот она. Пеппи. Рони. Блин, как она сделала это? Что у меня? Вот, смотри. У меня ни одного такого бага. Пепперони, ты где? Пепперони, она же была внизу, потом прошла через... Она вот ходит тут по лестнице. А, вот всё. Зачем? У меня фул. Ребят, зона! У нас два бота. Погнали. Сейчас я почитаю чатик, мой хороший. Сейчас, секунду. Как получить модератора, ты спрашиваешь меня? Ну, как минимум, тебе нужно в Дискорде быть и написать мне в Дискорде, потому что... Дима, тут место занято. А, давай, сейчас. Раз, садись быстро. А, нет, стоп. Да нет, стоп, надо еще бот. Вот, садись. Стой. А второй бот зашел. Давайте выйдем все. Ребят, выйдите. Выйдите, сядьте все, те, давай. У кого нет ботов сначала, только не на руль. Меняй место за руль, я хочу. Ой, меняй место тоже. О, боже. Стоп. Не выходи, просто меняйте место. Сначала тот, у кого нет бота, потом те, у кого есть боты, одновременно. Давайте уже, поехали, короче. Ой. Поехали. Все, пешком кто-то. Давай, а то мы стоим полчаса, занимаемся, блин, тем, чтобы усесться. Давайте, ребят, надо там на выстрел, на северо-запад. Север, ближе к северу. Север 342. Они белые были просто. Там вон босса бьют. У нас сейчас ЛС Капитан Леви умрет. Это Габелла. Вот там это. Так. Давай дабл рез. Быстро. Опа. Я не дошел до места. Так. А, увидел. Вот тут есть. Стой. Но ты нас... Окей, ладно.
Ну да, я тут одного убил. Один штук пробегал. Блин, тут еще и лед. Тут один выпрыгивает, я его убиваю, но тут где-то еще был, я слышу. У меня. Угу. А, то он и все убил. А, ну, все. Игорь, привет. Ну, все, один остался. Ребят, поделитесь на в ТикТоке трансляции, плиз, если вам не сложно. А, так все, это офигею, короночка, да, ребят? Ну да. Я офигею, если я тут один чёрный просто всех раскатает. Ой-ой-ой. Как я не убился, мне интересно. Вот, аптечку. У тебя лучше с лёгкой, чем быстрее. А, зона идёт. Главное сейчас... Я вижу его. Давай. Ну все, это от меня снимать. Сюда его в голову. Отлично, первая разминочка, просто супер. Так, ребят, еще раз. Дорог, Канапе Лангент, Тимофей Про 28, Олег Позитив, Рубен. И я получил 700 V-баксов. Это то, что у меня скинчик, который дает вот возможность получить 2000 V-баксов. Это вот этот скинчик, да, это задание по нему. Все, ребят, спасибо за игру вам большое. Давайте, а подождите, кто говорил, что подарок отправил Снейку? Кто это был? Я. Ну, Ваня. Ваня Фона, который или... Да? А какой ты отправлял Снейку подарочек? Ты же мне говорил другой. Я ему что-то подарил в комплект. Да, другой. Или что-то... Да, ему что-то из DC подарил. Ну... Может, он еще отправил, может... Да, зайдите в игру, ребят, сейчас. Денис и Артем. Давай, пока, Вань, сейчас прощаемся. Я проверю сейчас, если какие-то к ним пришли подарочки, я еще раз в пати возьму. Давайте. Все, пока. Все, пока. Все, ребят. Рубен сейчас, если может играть, если хочет, напиши, пожалуйста, в чатике, готов, не готов. Ребят, быстро сейчас чат чекну, потому что пропал, вот, выпал из него, блин. Вот, сейчас, секунду. Есть. Так, один спонсор, супер. Жижа, здоровались уже. Включи чат на Твиче. Включил уже, должен работать чат на Твиче, ребят. Сейчас напишу. Первет написал. Чат на Твиче работает. Напишите кто-нибудь на Твиче, ребят, чтобы проверить. И напишите, все ли хорошо. Так, можно еще 2-3 часа с вами. Через 2-3 часа. Супер, Рубен, да, конечно. Я уже застолбил. Мейлман, привет, удачного стрима. Спасибо, Леха. Game it game. Я был в твоей карте, помнишь? Да, ребят, карту сделали, уже проводили тестирование. Сейчас карта находится на стадии обновления. Надеюсь, что уже скоро мы ее сможем увидеть и начать полноценно юзать. Или юзать, как там правильно ударение ставят, если бы я знал. Идет проверка еще, если что. Как только закончится, я вам об этом дам знать. А дальше что у нас? Сандерс в школе сейчас. Дела. Java говорит, не могу закрепить. Так я же вроде закрепил. У меня очень долго обновление. Так, очень странно. Все, я закрепил сообщение, все хорошо. Я буду заканчивать примерно в 18-19, плюс-минус. С какого я года играю? Я играю с июля месяца, середины июля. У меня вот, ребят, мой шкафчик, посмотрите. У меня тут только скины с прошлого сезона, с этого сезона. И то, что мне подарили. Вот этот скин я сам купил. И вот этот скин я сам купил. Потому что мне надо было пополнить V-баксы на аккаунт для... этих, для розыгрышей. А эти скины, получается, стоят... Короче, полученные из-за них V-баксы окупают стоимость скина. То есть скины, считай, бесплатно достаются. Поэтому я их взял. Вот.
Панкштер, я с... Он с года написал. Год. Это середина июля этого года. Так, еще что у нас? Свейч, привет. Витя, привет. Всем привет, ребят. Давайте, так, кто-нибудь из моих админов, пожалуйста, выйдите на связь со мной в Дискорде, чтобы я мог с вами общаться, и вы мне помогали с чатиком, потому что очень много сообщений, не вижу все. Друзья, в ТикТоке, мои хорошие, я рад, что вы пришли, спасибо вам большое. Расшарьте трансляцию, если вам не сложно. Натапайте немножко лайков, будет приятно, будет очень-очень приятно мне. Никакого нет подарка. Не, оставь включенным, а то будет... А нет, выключи. Если будет повредиться. Виктор пишет, поменяй правила, потому что сразу нельзя отправить подарок тебе. Надо будет 2 часа с детьми. Ребят, насчет подарков. Я просто уже озвучивал много раз. Мне не нужны эмоции, мне не нужны обертки, мне не нужны стикеры. Мне нужны только скины. Поэтому я не вижу смысла, чтобы вы тратили V-баксы свои на то, чтобы отправлять мне это. Поэтому я написал никнеймы моих детей. Можете кинуть им запросы в друзья. Они вас добавят, и тогда вы сможете просто эти подарки направлять, которые предназначены мне, им, и получать место у меня в пати. Так, погнали. ER7 Альманах. Раз. Это Мишаненок. Мишаненок, привет. Следующие два, ребят, нет, давайте. Хайока. Два. И еще раз повторю. Дарок, Канапе, Ланген, Тимофей Про 28, Олег Позитив и Рубен. Кто появится, сразу получает место в пати. У Рубена алло. Сегодня... Алло, меня слышно? Да, и Олег Позитив. Да, слышно, слышно. Олежа, привет. Мой генеральный спонсор скинчиков. Да, Олежа? И подарков. Олег меня как-то заспамил подарками. Кстати, был еще подарок от Олега, скин. Он мне подарил скин. Я его видео, по-моему, не получилось записать. Вот, еще вот такой скинчик он мне подарил. Последний, между стримами, когда я болел, он мне прилетел. Я записывал с ним видосик. Вот поэтому у Олега есть сегодня... Банан капс. Как минимум два места в этой игре. А и какой скинчик? Кенко, патиссон такой, ушатый. Кенко спрашивает, у кого есть дети, ребят. У меня есть, на всех хватит, аж 4 штуки. Погнали, поиграем. Давайте сохраним короночку. Кстати, интересно, сколько у меня короночек. Я же эту неделю вообще практически не заходил в игру даже. Ну как, заходил, чтобы пустить кого-то на творку или самому, чтобы посидеть на творке и поработать. Ой. Я выступаю этим в школе. Чем бессмертным. Куда летим? Куда летим? Видели, ребяточки, цель по подписчикам у меня, да? 5000, да. Нет, в ТикТоке, ребят, там всего... В ТикТоке 2000. 2000 подписчиков. Уже выполнена же цель. Уже цель по факту выполнена. Нет, у меня в ТикТоке сейчас 1751 подписчик, ребят. А, я думал... А что трансляция? На некоторый город? Не разворачивается. Как тут сделать? Тун-тун. Ура, скоро Хэллоуин. Да, между прочим, уже очень скоро. Кто какой скин себе выбрал для Хэллоуина? У меня V-баксов нету. Какие-то прям... У меня тоже. Я попрошу брата, чтобы... Но это не мой аккаунт, это брата, он мне отдал. Там, тут очень много скинов. О, сколько ФП... Ой, я не могу так. Я попрошу, чтобы он задонатил мне. Ну, хотя бы 2800 V-баксов, потому что... У меня V-баксов нет, и... Я бы себе купил скинчик, если и тебе что-нибудь подарил бы.
Слушай, ого, да тут просто трэш, ребят. Ой, надо отдалить микрофон. Я тебя убью, подлюка такая. Все, отдай мне свое оружие. Один килл взял. А, это было хил, да? Помощь нужна. Блин, я чуть-чуть это... обсерился сейчас, ребят. Вам помочь? Мне можно. Если можно. Где? Ты кто? Ты... Миш, ты ой, R7 Elmanax. Ребят, тут такой движняк. Тун-дун. Рыбашка Мун нужен. Конечно, мне. Да все нужно. Ну, конечно. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Меня с колокольчика этого. Вот сюда вот забежал дверь. Стоять! Работает спецназ! Давай я захилю. Дабл лучше сделать, если есть еще кто-то рядом. Блин. Давай, хиляй, хиляй. Хиляем. Давай! Да! Трио! Да-да. Там миник валяется внизу. Отметь. Ой, это ты, иди сюда, хорошо. Тебе это нужен хил? Ты хил. О, мне как раз нужно. Боже, как его отметить? Я не могу отметить, ну боже. Оу! Вот бочка есть. Баллончик есть. Ух ты! А, вот он, спамер! Здесь. Соска мелчила. Нокнул. Так эмоционально, так прикольно. Так, еще кто-то топает здесь. Вот, вижу. Да-да-да-да-да. Да блин, я не могу так. Дай, смокнул чипа. Хорош. А, так это еще... Так он же должен... Со всех сторон спамили его, блин. Бедный. Ё-моё. Боевые трофеи. Не помешает. Так, вижу баллончик. Пойдёт. Так кто хулиганит, ребят? Гранатами тут тоже сбрасывается. Это как? Это битбокс. Боже, я улетел. А вы уже открыли? Сейф? Да. У-ху! Блин, вот вы, конечно, красавцы. А что тут хоть что-то было? Ну, как видим, как было. Видим, уже ничего не было. Фиолетовый. Хочу брать ППХ. Я, кстати, перестал спамить. Я молодец. Ну, такое. Мне кажется, что если ты достигаешь своей цели, то какая разница, каким способом? И бамс. Давайте захватим флаг. Пойдем. И заодно узнаем, есть кто-то еще или нет. Да. Можно еще закрасить? Вот, учили возрождать. О, захилили. Да, по-моему, кто-то резается там. Давайте... А, уже резали. Уже сколько тут за... Колышки. А, тут вот того чела, которого мы убили. Вот он. Вот тут, вот тут. А, это умник. Скин, умник. Да, блин. Меня тут нету, уходи. Я не могу так. Блин, за крышу залетел сразу. Я за Димой буду смотреть. Нет, надо резать. Папа, синий трубаш, эксперт. Где? Да, вижу. Лего шел на крышу. Вон
Где эти засранцы? Без понятия. Тут в доме. На мне, на мне. Конус поста... А, всё. Сломал. Ой-ой. Да почему я в него стрельнуть не мог, блин? Хорош. Сколько? Просто жесть. Ну, хп. А у меня с ппхи сразу. На, блин. Давай, вступай. Да. Хорош. 50, найс, нокнул чела. Нокнул, да, всё. Умники, умницы. Вот в доме, там, в доме, снизу, снизу. Блядь, я его сохраняю. Здесь рядышком тут. Ай! Хорош, иду. Молодец, иду. Зима. Красава. Красава, братан. Еще топ свет, на крыше. Можете меня возвратить? Да, сейчас, секунду. Что? Давай, давай, стуна. Хорош! Я этот выстрелил, у меня пуля закончилась. Ну подожди, там что-то киркой мне тоже надо было. А, ой, фу. Пойди разождать его. Капец просто. Ура! Медом намазано это место однозначно. Сколько здесь было? Я только двоих нокнул, блин. Но тем временем я. Без патронов, но я конечно, с... Опа, вижу еще, типа, вот здесь. Сядал. Уничтожу. Расстрелять. Да, блин. А, я могу дать. Я просто Опа, сражаюсь практически только этим оружием. Клик-клик-клик-клик-флаш. Ой-ой-ой. Ой, извини, что перебил. Всё, я его апнул. Мне бы хила получал. Тихо. Добью его. Да блин, сзади что ли? Где? Откуда сзади. Стреляют? Сзади. Хорош. Пойдем бочку. Слил, а, слил. Это не та бочка. Тут, типа. Ой, я грибы поем. Опа! Опа! Да, подождай, давайте. Подождай, быстрее! Хорош! Давай! Бессмертные, что ли? Ой-ой-ой. Они просто не пошевельнулись после того, как прилетело сюда это. Они бронированные. Все, пойдем в зону, ребят. Чуть ли не откинулся. Let's go. Вон, есть этот. Пойдем, раскурочим его. Коньячок. Откроем хранилище, можно сказать. Рубенчик, что можно? Не понял, что можно. Бан Паши Нитро, я тебя тоже рад видеть. Крась, опа. Привет. Карась, ты же знаешь правила, никто не может с другом. Если вы хотите с другом, это уже не рандомная случайная пати. Если другу и тебе повезет одновременно попасть в пати, вообще, ради бога. Если нет, то только с помощью эксклюзивных каких-то исключений. Подарка! Ну, то есть в порядке исключения, да. Так. Мне ППшные не нужны, если что, мне. У меня сейчас есть, у меня дробашник, конечно, может чуть-чуть и на гранатомет. Кстати, прошлый.
Синдарей 515. Привет, скажи, пожалуйста, взял код острова с твоего нового видео, но у меня на видео открывает версию острова 4. И у меня при заходе на сервер пишет, что версия 3 и она устаревшая. Как решить эту проблему? Так я там вроде версию никакую не указывал. Скорее всего, если такое происходит, то вероятнее всего тот, кто эту карту создал, он ее сейчас обновляет. Неважно, сегодняшняя она, вчерашняя она. Просто есть такие люди, которые обновляют каждый день свои карты. О, я помню это место. Я помню это место. А, кстати, прости, что тогда, помнишь, я тут стоял, когда еще выиграл розыгрыш. Где стоял? Ну вот тут, вот, помнишь? Когда еще тут был, ну, когда я выиграл в розыгрыше. Вот тут вот. Ага, и что было? Ты там стоял, и что было дальше? Ну, запорол. Запорол? То есть... Ты сейчас извиняешься за то, что ты запорол игру? Запорол, да. Игру, это... Вот смотри, мы сейчас бегаем все вчетвером вообще рядом. Это такая большая редкость. Не, ну когда еще давно? Просто катастрофическая редкость. А, мы играем сейчас с командой. А если ты тогда не бегал один, то ты ничего не запорол. Просто все мы ошибаемся, я посмотри, как играю. Иногда просто как киберспортсмен, а иногда как нуб какой-то лошарный. Ну, я так вижу. Не думаю. А, ну. Да, я на секунду в кусты сажусь, прикройте, пожалуйста. Дал 29 ему. Хорош. 48, 96. Он спрятался. Вижу. Нет? Снейк говорит, у него нет никаких подарков. А в инвентаре, посмотри, оно может не отобразилось. Опа! На мне! Не изменилось в шкафчике? Только мне награду какую-то дали нас. На мне, на мне. Кому помощь, кому помощь? Мне. R7 Альманакс. Нокнул? Сейчас, бегу. Хорош. Так, а с кем, если ты его убил? С кем помощь-то? Уф. Ну, я уже тогда... Опа. Я слюк нашел. Ну. Куда-то кто-то улетел. Пойдем наверху, посмотрим. Я буду с вами держаться. Перезарядка. Ты прав. Летит, кто-то летит. Опа, кто-то летит. Чел. Прикольно будет, если мы сейчас опять займем топ-1. Он за типочком со своим. Давайте, давайте, возьмем. Давайте, я такая прям вот возьму. Да капец, долго смерть. Сейчас я помогу. Давай, с двух сторон, с двух сторон. Почти ног. Давай. Четыре дал. Там еще чел. Вау! Ой, кому нужна коронка? Мне не нужна. Мне может... А, не, у нас же с этого осталось, с прошлого раза. Под кучу сила еще. Нектара кучу, прям кучу. Опа. Нектара. Берите нектар. Я еще возьму нектарчик. О, пойдем. Хорошо. В HP, ребят, просто. Да, я бы тоже сейчас танцевал бы. Что, 16, еще 12 противников. Давайте не будем сильно расслабляться, а то сейчас нам кто-нибудь как даст по ушам. В голову со снайперки. На, бот! Там кто-то есть? Ну, я смотрю на остров, он пустой, кажется. Но нам лута у нас хватает. О, есть типок здесь. Есть типок. Ух ты, спаммер лютый. Еще слюрпы, еще клык золотой, ребят. Ну просто какая-то сказка. Имба. Роскошь. Я только что хотел взять. Погнали в эту зону, ребят. Вот, на трос. Давайте. А я только что это. Ну ладно. Ой. Класс. Ты спрыгнул? Я
такой, давай я тебе на трос. И сам прыгнул, блин. Вот так. Там цепочки нет. Давайте мы пойдем на остров. Да, что у меня это? Он очень близ. Там челы, походу. Да, там они залутали этот. Не залутали, к нам пришли. Остров тут тоже. Пошлите, залутаем, долутаем. Кого? Я смокнул. Хорош. А внизу есть кто-то, да? Да, вот так. Не геройствуйте. Я двоих убил. Молодцы, только лезть на рожон не надо, хорошо? Жизнь, давайте челик, лучше будем. Так где вы их видите, блин? Дайте... Вон, вот тут. Хоть бы метку какую-то, что ли. Вот тут. О! На мне. А, зараза, и в этот улетел. Опа. А! А вы где? А, вот вы! А я бы думал, где вы? Добьем его. Натя дал? Добил. Стой. Роо. Там чел. Я в воздухе убил. Надо валить с острова, ребят. Чел. Ребят, с острова валим в зону, потому что тут нам лут уже особо не нужен. Что тут интересного есть? Ничего тут интересного. Метлы, погнали в зону. Нет, метла уже не нужна, слишком уже узкая. Давайте в зону. Да-да, обязательно. Ну, идем. А тут батут есть, ну ладно. Может, этого чела по пути встретим. Не-не, там нету зоны. Есть, вижу эти пули. Там? Хорош. Лучший. Где-то резнулись. Пошли, Дима. Вот туда, куда ты пошел, я не хочу. А, это не ты пошел. Тихо. Давай. Сзади. Где за деревом? Нет, за камень пошел. Нокнул. Отлично, еще один здесь. ППХ валит. Почти. Пошлите быстрей. Я же сказал... А, так все, последнее. Да, и они хотят стать победителями. Да блин. GG. Мне GG. Блин, прям впритык с меня дробашом. Ой, вот, что? Вот, у меня. Ай, ребят, ну ёлки. Ну что? Ну неплохие ребята попались. Ой, все. Да, очень неплохие ребята попались. Ладно, давай, пока, спасибо за игру. Все, спасибо и вам за игру, ребят. Да. Розочки прислал. Давид, спасибо тебе за розочки большое. Подарочек от Олежи пришел. Олег, спасибо большое тебе. Ух-хо-хо-хо. Олег прислал мне новый скин. Спасибо, братан. Вы Мариус, да? Темный Гоку. Оу, май, сюда. Я Лекси... Так, стоп, я буду писать, друзья. Ладно, давай, спасибо за игру, что пригласил. И вам, ребят, спасибо большое. Хорошо сыграли. Давай, пока. Пока. Сейчас я запишу сразу. Я Алексер. 1984. Что? Открываем, смотрим. О, ну музычка хотя бы играет. Вот все равно не послушали меня, видите, ребят, сказал, отправляйте детям. Отправляйте мне. Ну, мне приятно однозначно за то, что музыка играет. Если бы она не играла, у меня стоит ограничение на авторские звуки, мне было бы обидно. Спасибо за танец. Все, я, Алексер, попадаю сейчас в пати сразу.
Жду. Dream мне пишет, он в личку спрашивает, можно ли с нами поиграть. Так, ну, наверное, ему... Давай. Бам, смотри. Что? Тут этот скин может менять стиль. Не буду так, просто у меня стрим. Шкафчик. Смотрим. Где ты? Вот он. Изменить стиль можно. А он меняет по эмоциям, там есть, да, я понял. Все, побегаю с этим. Олежа, привет. Спасибо за подарок тебе большое. Сейчас у тебя уже там не знаю сколько игр впереди. Рубена жду, ребят, если здесь. Я Алексер. Есть еще Тимофей про 28, если появится. Канапе Тангент. О, я Алексер вижу. И еще Рубенчик нужен. Или Тимофей, или Канапе, или Да Рок. Ребят, это те, кто меня задарил чуть-чуть. И не только меня, и моих детей, да. Так, Рубенчик мне тут не пишет пока, не вижу. Ребят, кто мои постояльцы, там, если что, за меня немножко отвечайте в чатике, я не успеваю. Очень много сообщений сейчас. Друзья, в ТикТоке, кто пришлет 20 розочек, попадет тоже в пати. Давайте, кто топчик будет сегодня по подарочкам? Там цель у меня стоит на розочке на этот раз. Давайте посмотрим, кто сможет из вас стать лидером номер один. Так что, ребят, не вижу сейчас. Эликсера вижу, Олежу вижу. Не вижу ни Рубена, ни Тимофея, ни Канапе, ни Дорока. Ребят. Олег, ну ты можешь не выходить и спать в следующую игру. Ты же знаешь, да? Сена. Прикольный скин Сена у тебя. Ты все скины покупаешь, Олег? Сена тема у вас смотрится вообще, скажи. Вот. Ладно, не вижу пока других ребят, поэтому давайте, ребят, Эверест Рус. Давай, тебе повезло. Все, беру и погнали. Пап, магазин, магазин, пап. Зачем? Мне подарить эмоцию за 500 баксов. Так, а чего, не добавился, что ли? Ну давай карасик тогда, потому что я не вижу, не присоединился почему-то, я подтвердил, он не залетел. Во, все, супер, давайте, готово и погнали. Магазин предметов, что ты? Алло. Алло. Алло, здорово. Это я у меня вылетело. Наконец-то. Меня ливать или что? А, ты, в смысле ты... Да, давай ты должен на следующую будешь пытаться попасть, потому что уже карасик. Ну что, вниз, что? Не листает. Ниже не хочешь листать. Все? Вот это, да блин. Бразер? У меня победитель в прошлый раз был. Мой малой выиграл в лотерею в розыгрыше. Вот он. Отправлю. Вариант обертки, золотой. Да, давай, все, рассчитался. Ой, Олег, еще один подарок от тебя принес. Офигеть, это же Михаморти. Кайф вообще. Спасибо, прикольный. Блин, ну мне теперь есть с чем записывать видосы новые. Капец. Очень прикольно. Дети вон аж плачут, бедные. Так, готово. Залетаем в игру. Олежа, я не знаю, что мне писать тебе. Ты пожизненное место в пати или что? Ты, конечно, меня задарил. Прям офигеть, я в шоке.
Ребятки, в ТикТоке расшарьте немножко трансляцию, если вам не сложно. Нажмите «Отправить друзьям». Пока вижу, что никто не отправлял. А, нет. Хайока Fortnite отправлял. Спасибо большое, что расшарил. Да. Мелман поменял. Подожди, не понял. Супер бро, три семерки. Ага, я сделал свое дело. Я теперь Мелмена ты не увидишь. Не понимаю, что это значит. Мелман, ты что, поменял себе никнейм или это кто-то тебя троллит? Офигеть, у меня два новых скинчика еще. Вот это чума. Кайф. Спасибо. А чё, а, мы... во что мы запустились? А чё? Блин. А ты... ты пятый, лидер. Пятый залетал просто к нам в пати. Всё, а? Выходим, сейчас перезапускаемся. Да. Олег! Такого стрима еще не было, Олег. Это слияние ха называется эмоция. Спасибо. Кайф. Диана, как она тут выглядит? Она парная. Ну, тогда в игре сделаем. Так, давайте команду обменяем на королевскую и погнали. Еще быстро гляну, что у нас там с этой, с картой. Да. Карта на проверке. Еще проверяется. Ну, ничего. Ой, какая грустная эмоция. Олеж, нажимай, готово. Знаешь, как я понял? Знаешь, как я понял, что если... Бразер. Чего? Браз. Да. Будет розыгрыш. Завтра. А в честь двух скинов. А, на 200 ВБ. Хитрюга. Нет, я запланировал на завтра розыгрыш, завтра будет. Давайте сейчас попринимаю, кстати, всех друзья. Сейчас, чтобы была возможность тоже, ребят. Так. Жаль, жаль. Да все хорошо, не расстраивайся. Ребят, okay. На Твиче, кто может подписаться на канал и включить параллельно трансляцию, будет круто. Там сейчас один зритель, это я. Это очень меня огорчает. Чё-то он очень сложно идет. Я его зарегистрировал, но у меня комп предыдущий не тянул сразу трансляцию на Твиче и на Ютубе, поэтому я предпочтение отдал Ютубу. А Твич за там полтора месяца, сколько был создан, не было на нем трансляции, и, короче, он потух. Подбери, да пересоздавай. Но вы можете мне помочь его раскачать, ребят. Будет круто. Чем больше будет зрителей, чем больше будет подписчиков, тем больше будут пропорционально расти розыгрыши, сумма розыгрыша. Дойдем когда-нибудь до того, что будет на 800 баксов. Так у нас уже был в прошлый раз на до 1500. Мы крутили рулетку. Блин, пропустил. Вот. Ребят, куда прыгаем? Есть идеи? Да, есть. Погнали. Роскошный РФ. Не, давайте на фиолетовую. На этот Мегасити. Окей. Да, супер. Сегодня тоже сделаем розыгрыш так, чтобы скинчик можно было выиграть. Так, чтобы было прям... Сегодня? Да, ой, завтра, извините. Ну, ты меня сбил с толку. Нет, ты сказал сегодня. У моего друга все записано. Тогда завтра не будет розыгрыша. Ну то давай сегодня. Ты уже сказал два раза. Я запланировал на завтра, я на завтра и готовлюсь к нему. Я вот всех предупреждаю, чтобы все вы могли тоже прийти, потому что я бы хотел, чтобы каждый из вас поучаствовал. Да. Вот. Не будет никаких отметочек там в каких-нибудь... Эти, что будет розыгрыш. Да, в Дискорде, там, как мы раньше, отметку ставили, розыгрыш, и все. Все, кого даже нет на трансляции, все, кому не лень, на участвовать в розыгрыше. Надо, халява. Так, ребят. Чё, бразер? Кто с кем воюет, нужна ли помощь, вот чё. Не, здесь боты. Эй, боты. Два скина.
Это кайф вообще. Вы что? Это же круто, я просто в восторге. Блин, сейчас подберу. Бразер, бегу мы идем ребят. Сейф открывать. Я бегу к вам, ребят. Бразер, мы сейф открывать. Я радует. А, здесь нету сейфа? А где есть сейф? Здесь открытый сейф. А, нет. А, что? Нет, у меня просто открытые двери, я все вижу. А, не могу пройти. Что за баги? Вот сюда у меня... Я скрин. Надо скрин. Что за баги? Прикольно, на самом деле это реально баги. Давайте у тебя есть двери? Бразер, есть у тебя двери, Бразер? Нет, даже открыто, но зайти не могу. Так а босса нокнули или нет? Вон, вижу, да, плавает, нокнули, типа. А как открыть? Ключ-карта есть, а как открыть? У кого ключ-карта? Ребят, а, я тут сражаюсь с несколькими типами сразу, если да, что. Да, ты с несколькими типами? Да нельзя открыть! Это бот. А ну-ка. Нет. Короче, умирает игра. Ну, окей, я к тебе. Игра умирает. Все. F. F Fortnite. F Fortnite, F V-Bucks. Дверей нету. А никто есть. Есть ключ-карта. Не могу пройти. Ну, просто нету кнопки, чтобы открыть. Да, GG, Fortnite. GG, Fortnite. Бразер. Mm-hmm. Это баг. Жалоба. Жалоба. Сообщите ошибки. Я тебя очень не хочу огорчать, но учитывая то, как я испытал опыт с службой поддержки Fortnite, твоя жалоба им до одного места. До одного? Да. Что, погнали? А еще где один у нас? Да я делал скрин, я ему скидывал. Подожди, я делал скрин. Чего? Я делал скрин. А, вот карта же лежит от хранилища. Пойдем откроем. Ну то карта у нас была. Да мы не можем открыть. То есть он не открывается, что ли? Ну иди сам посмотри. Иди посмотри. Конечно, я посмотрю, смотрите. Конечно, делай контент. Этого же не было видно сейчас на трансляции. Как же я могу? Да, делай контент. Делай контент. А у тебя то не было видно на трансляции? У тебя были двери или нет? У меня дверей не было, но сам факт, что у меня да. карты не было. Вот смотри, нету нет, ни здесь пулемета, а, камера слушай, была. А, да, здесь не работает даже. Да, вот смотри, я попробую пролететь, и я не могу. Я скинул им, я могу туда бить, строиться даже. Ну типа... Типа F. Короче, F ладно, Fortnite. Все, забейте. Все. Ну не работает и не работает, все. Да, жалоба есть. Удивительно, конечно, странно. Это Fortnite. Сейчас поменяем свой баллончик все еще, естественно. Это Fortnite. Так, кто еще? К нам. Бип-бип. Погнали Алекс. Искать, ребята, там вот что-то... Погнали. Кто стреляет? Уху! На! Да что же вы так спрятали его от меня, да? Убил. Артём расстроен. Говорит, ему ничего не пришло. Он вдвойне расстроен, потому что ему сказали, что что-то отправляли, и ему не пришло. Бразер, садись. Бразер! Сейчас банк возьму. У меня хилы нет да. совсем, мне нужно что-то. У меня есть пицца. Пицца! Вот еще банк. Пицца. Все, уже получше. Погнали!
Все. Куда погнали? Да, вон... Ставь метку. Прямо, прямо. Все. Где-нибудь вот сюда, в эту сторону. Так, пока меня везут, давайте посмотрим. Давид еще прислал розочки. Спасибо тебе, дружище большое. За твои подарочки мне, за твою поддержку. Кстати, друзья, я был вообще в шоке. Мне, по-моему, вчера аналитика ТикТока прислала сообщение, что кто-то отблагодарил меня за видео в ТикТоке. То есть просто кто-то мне на видео, которое я выложил, прислал подарочек. Да, прям вообще, так можно. По-моему, 27, там, эквивалент розочек, 27 розочек там был подарочек. Mm-hmm. Так, стоп. 3, возьму лучше маленький, они быстрее забивают. О, еще одна пицца. У меня две пиццы, прости, бот. Ай. Кто убил бота? Кто-то его случайно, походу... Нет, я специально, я хотел убить, чтобы его, в него перетвориться. А ну, давайте сюда, ребят. Куда? Туда? Окей. Так. Я хочу одному человеку сказать... Это антенна. Чип. Короче, я скажу своему другу. Бразер? Да, да, говори. А за что можно сыграть с другом? За скинчик. За скинчик, ну, я со или, своим другом. Ну или типа донат, там, хотя бы сотка, чтобы было не классический, mm-hmm. а стандартный. Просто было да. ощутимо. Мне с Чупчиком не светит разом сыграть. Ну или просто подавайте заявку. Я не могу просто делать исключение, понимаешь, что так очень много кто хочет поиграть. И получается, mm-hmm. попадает один, а занимают сразу два места, три места. Поэтому, чтобы все могли поиграть, у всех, даже у кого нет возможности донатить, там, присылать какие-то подарки, чтобы все могли. Вот нам нужно замочить босика нашего, да. И... Я на одну секунду отойду. Я навтыкал, я пошел сразу к этой. Золотого не было этого. Автомат. Карту кто-нибудь вставит в антенну? Опа, впереди, ребят, на северо-северо-западе идет какой-то бой. Да, ты не пришел? Супер. Я рад. Вон вижу типа. Я тебе такой аккорд поставил. Алло. Сейчас разберемся. Плохим людям на трассе ездить нельзя. Правильно? Что-что? Да мне тут дети подсказывают мне, как играть. А ты хочешь научиться строиться? Так я же учусь. У меня же... А попробуй пойти на карту для учения. Так и у меня же карта, я свою сделал, чтобы там учиться можно было. А специально там где рыдачить? И такую хочу сделать. Ага, ну, понятно. Все за одну секунду хочешь сделать. Где слияние ха есть? Что, пошли в поля помешканства. Такие прикольные станции, блин, но у них мелодия не играет, так фигово. Она не попала сюда, наверное. Ну, хотя пошли в поля помешканства. Я хотел эту эмоцию сделать, она парная. Не вижу, блин. Ну давай. Как она выглядит. Нет. Это что за эмоции? Да, да.
Короче, ладно. Пап, назад, назад, назад. Да ну все, назад, все. А, вот это. Нет, прямо. Короче, погнали дальше, ребят. Да ну все, увидели. Вы одну увидели не то, вторую увидели не то. Давайте не будем тратить на это время. Люди хотят тоже поиграть с нами, но мы тут занимаемся поиском эмоций. Потом найду и сделаю. Потом. Да, почему? Потому что вы нам запретили, говорит. Ты посмотри, то есть мы виноваты, да, потому что ты не можешь поиграть. Да. А кто? Бразер, а сколько будет идти стрим? Часов до 6. Может, до 7. Сколько будет стрим идти? Часов до 6, до 7. Ага. Ребят, вон там где-то выстрелы. Опа. Кто хочет пиццу? Поел. Может, он где-то вот тут стоит? Пицца валяется, кому надо, забирайте. А мы пошли к челикам. Пару выстрелов было? Челики! Челики! Их подарил мне ты. 10 штук челиков. О, вон, по-моему, видел на ступеньках кого-то. Казалось? Летит кто-то. Прилетел уже. Нуп. Ага, бегает вообще. Вот, вижу. Ах ты сволочь. Да, завалил, прикиньте меня, ребят. Я вот здесь, вон, убегает. Вот, вот тут. Внизу. Запрыгивает убивать меня! Он. Нет, улетает. Улетает, да. Я к тебе. Блин, а как я его не смог убить? Что за бред вообще? Это так смешно. Не знаю. Ребят, все да. Никнеймы закреплены. Пинкман. Никнеймы закреплены в Ютубе и на Твиче. А... Да кто стреляет? В чатике. Я бразера сейчас не разберу. Вот. Жду. Давай, ну... Да. Топ. Топ тима. Я говорю, захищайте. А они смотрят по бокам. Там. Прекрасная тима. Что-то разбежались все, да, очень странно, ребят. Ну, хиль. Я Алекс. Давай, давай, давай. Я к тебе, бразер. Я сейчас умру окончательно. Тихо. Блин. Опа. Обманул. Так, возвращаем. Да что у меня же джойстиком? У меня джойстик лагает, я не могу адекватно возродить. Тут еще два челика. Ну я и не возрожду, да? Да, сейчас убру. Да, как всегда. Ну одну миллисекунду не успел возродить. Да ё-моё. Да, здесь пять челиков. Так это фига. Быстрее, да. Толпа реально. Олег, спрячься где-нибудь, не подходи сюда. Мы как-то очень разбиты сейчас. Мы вообще не ну, вместе. Не Олег, тимой играем как-то. Олег пошел лутать сейф. Там мы все как-то в разнобой были сейчас. Очень странная игра. Да. Да. Принять в друзья, да? Давайте. Приму сейчас всех, кто. Принял заявочки. Все, ребят. Всех принял. А кто у нас? А, все. Ой, Олег, 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 Олег,
Олег, Олег, Олег, Олег, Олег, Олег, Олег, Олег, Олег. Ну все, Олег, там три челка сзади. Пау. Они не слезают, пока не добьют, потому что знают, что тема развалилась. Ну, всё, топ-5. Олег остается. Давайте. А почему, сейчас... когда я подарил скин, я играл один раз? Ты, когда подарил скин, играл два раза. Смотри, Олег сегодня два скина два. Уже подарил. А сейчас три играет. Олег сегодня два скина подарил, один скин прислал еще на днях, когда я не играл. Ага. Давай, повезло. Ага. Сцен Вилдер, Копчик и Олег остается еще. Красик, спасибо. Ялик, Сер, спасибо. Пока. Пока. Давид. Давайте команда сейчас. Как они заколебали менять вот это вот лобби? Это команда, я подошел. Я же вроде поставил... Нет, я же поставил вот. Это что за прикол? Творческий. Королевский. Все. Поставилось. Ребят, пожалуйста, в чатике хочу увидеть Рубена, хочу увидеть Тимофей про 28, хочу увидеть Канапе или Дорог. Ребят, кто-нибудь есть? Попадаете в пати у нас вне очереди. Рубенчик сегодня попадает вообще 2-3 раза, как минимум, за то, что он стал первым моим спонсором на YouTube. Эксклюзивчик у него такой будет. Олег, нажми уже. Мелмен пишет, что его взломали. Кто тебя взломал? Супербро 777? Писал, что все, я аккаунт Мейлмана, типа, его не будет больше. Switch Lab сервер из... Мои дети все хотят подарки, они их обожают. Они так все время болезненно переносят, что мне подарки дарят. Поэтому я уже вот закреп сделал, чтобы вы, если это не скин, чтобы вы присылали им эмоции там какие-то или что-то еще, для того, чтобы получать место в пати. Ребят, вы проверяете тоже иногда у себя как-то. Заходите в игру, выходите из игры, чтобы оно обновлялось. Чупчик наспамил очень жестко у меня в Ютубе. Браузер, ты фигня, браузер, ты фигня, браузер, ты фигня. Много-много-много раз. Чупчик, я скажу тебе так. Я вижу, что ты украинский парень. Я очень уважаю, очень люблю и ценю украинский народ, потому что и сам жил в Киеве много лет. Вот, и я тебе желаю счастья. Если тебя какие-то тревожат сейчас моменты в жизни, которые сейчас вынуждают тебя писать такие вещи, обижать кого-то, значит, у тебя не все в порядке. Мне очень жаль, я тебе желаю действительно самого наилучшего, чтобы у тебя все наладилось. Мне жаль тебя, ну, потому что сейчас, если ты в Украине сейчас находишься, значит, ты находишься сейчас в очень сложной ситуации. Супербро взломал Мелмена за то, что он читер. Слушай, это ваши там с ним разборки, но, братан, если ты взломал кого-то, то ты крутой программист, напиши в Дискорде, нам нужны такие люди в команду. Вот. Но Мелмена я уважаю, он мой подписчик давно уже, и Мелмен очень классно меня тоже поддерживал и суперчатом, и суперстикерами, и донатами, поэтому... Чисто от себя, от души прошу, верни ему доступы все. Отдай ему обратно аккаунт. Мне его жалко. Что-то многовато тут челиков. Да, что-то у нас тут немножко сейчас будет адота. Опа. Наверху топает. А нет, не наверное. Опа, 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 ай-яй-яй.
На ровном месте. Зараза такие. Ай-яй-яй! Ну что ты будешь делать, блин, с этими киберскинами, блин, со своими поприходили. У меня сейчас нокнут, ребят, вот здесь вот. Вот здесь вот, нокнут. Ладно. Чупчик, я прям реально за тебя переживаю. Я понимаю, что, наверное, это бесполезно, но если тебе не сложно, напиши мне в Дискорде. Мне очень интересно, что у тебя за ситуация, что ты так себя ведешь. Шлепач, нет, сегодня не буду разыгрывать, завтра будет розыгрыш. Джонатан, привет. Может, я что-то не ответил? Что там происходит такого, что все умирают? Да блин, как вы с этого оружия вообще стреляете? Это же ужас какой кошмарный. Голострел. Наверное, из-за задания тоже, да? Блин, им попадать просто невозможно. Так, что у нас тут? Кофечек через полчаса будет играть. Ну, если попадешь кофеек в пати, то супер. Снеговик, здоров. Браузер, ты фигня. Написал Супербро 3 семерки. Ну, фигня так фигня, что не смотри, что ты досмотришь. И Чупчик вон так написал, а ты за ним повторил. Ну, будь оригинальным, друг. Иван Дорог. Следующий сегодня... Да. Подожди, Шлёбыч. Привет, ты сегодня будешь делать стримы? Интересный вопрос такой на стриме. Может, какая-то хилка есть? У меня есть па... Вот такая фигня. Где ты? Кому вот? Есть, а, это... Такая. Чепуха такая есть. Как мой товарищ любит говорить. Чепуха. Тогда я заберу ее обратно. Давайте подойдите. Тоже возьму. Все, да, ребят? Вы всех уже здесь распетляли? Дима, как тебе кирка? Да, прикольная. Ты ее очень давно хотел. Вообще, такая мощная. Чел. Вижу. Где, куда метку? Вот в этом боксе сидит. Так там нет же бокса, это обманка, он скорее всего. А, он уже вниз ушел. Да, вот он бежит. Хотели как далеко уже ноксули, да? Ай, не успел. Такие шустрые все, капец. Опа, сзади. Пойдем, ребят, не к краю зоны, а к центру, а то что-то мы погорячились, по-моему. Флаг поднимали, нет? Нет. Джонатан просит в следующем раунде сменить скин. Конечно, сменю. У меня еще есть. Мне подарили сегодня скинов. Два уже подарили скина. Олег. Я хочу... Так, я, наверное, возьму так. У меня есть еще купленный мой, которым я не играл. А, подожди. Сегодня... Два или три? Я уже запутался просто, реально. Gaming Fortnite, привет! Ребятки, всем большой привет. Я рад, что вы пришли на трансляцию. И что остаетесь со мной. Это очень круто. Завтра будет розыгрыш, будет стрим с розыгрышем. Говорю, всем предупреждаю, чтобы все, кто сегодня пришел, чтобы завтра не пропустили. Обязательно. Будем разыгрывать тоже. Что,
получится, конечно, попадет там, что будем крутить рулетку, будем испытывать удачу. Вот, но будет шанс выиграть. Выиграть скин будет шанс точно. Может быть, даже набор. Папа, а если будет супермакс? Ну, тогда ты будешь самым везучим, наверное, человеком. Хотя, по идее, там админ фиксирует, кто выигрывал уже. Надо это обдумать. Какой сделать интервал для возможности участвовать в розыгрыше, потому что так сложно сказать, если будет один и тот же все время выигрывать человек, так вот будет ему выпадать рандом. Шшш, ты че? Дружище. Ну-ка давай поадекватней поведение, хорошо? Максим, ты слышишь меня? Надуховился кто-то, боже, нос сейчас это разъест. Это вы едите какую-то такую химическую дрянь? Фу, да, ужас. Блин. Блин, Денис, ты серьезно? Тышка, прилетел до нас. Поддерживаю и мотивирую, так сказать. Кто это у нас? Олежка, позитивчик, соточку прислал. Блин, Олег, спасибо, просто не знаю, не знаю, что тебе сказать. Даже. Ты меня вдохновляешь. Потому что иногда так опускаются руки, ей-богу, ребят, вот честно. Мы недавно с моим администратором, я ему озвучивал. Все, что дает сейчас YouTube тем, кто... Там за камнем, чел, за камнем, вот он. Есть один. Бил, бил, и в итоге убил не я. Опять. Летит. Еще один. Вижу, вижу, еще один, вот бежит. Ага, кресло. Ай-яй-яй. Ух, спасибо. Блин, теперь я лох, хп. У меня есть пицца. Вот так. Ух. Я себе в инвентарь возьму, чтобы был запас хила. И пойдем сразу в зон. Не хочу палиться, не хочу. Бежим, ребятки, в зону сразу, давайте. Ой, вижу, 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 тело, вижу. Меточку, меточку. Около зеленого здания. Там около зеленого здания чел только что был. Ушел вниз, скорее всего. Пинкман спрашивает, я какой ник у сына. Смотри, есть Снейк. А, у Артема Снейк. Снаке вот, по-английски. Вот, вот, вот. 4 семерки, 96. Блин, он меня нокнул, я понимаю, не попал. Не 96, а 4 семерки, 8. Не попал медаса. Это мой, наверное, последний подарок в ближайшей неделе. Олеж, спасибо тебе большое. Это уже больше, чем можно было себе представить. Там снизу сверхтрак. А, есть вон карточка, все. Со мной, ребят, можно поиграть. Правила на YouTube и Twitch'е закреплены в закрепленном сообщении. Коротко, но я думаю, что вы поймете там, что написано. Потому что там ограничение символов есть. Нельзя больше написать. У меня вот сколько патронов теперь вообще по нулям. Не надо заходить, я проверю, у него
есть подарки или нет? Иди вот. А, в зону погнали. А, да, вот ты помнишь, да, как я тебе недавно озвучивал аналитику с YouTube? Ну как недавно это было? Вчера или позавчера это было? А, да? Да. Что ж, заработался, что ли? Я не помню, как получается. Да ладно. А челики файтятся. А, может, я не тебе. Я патронов по нулям. Может, мы там общались с другим ютубером. Скорее всего, да. Да сейчас же из-за этих санкций вообще все ограничено. Мало кто может становиться спонсором, мало кто может пользоваться суперчатом. Вон вижу. Дал 33. Вот здесь еще типок. Ладите, я тут телеки. Я лов патрон, я не по нулям патроны. Ай-яй-яй, серьезно? Да, я думаю, я не убьюсь с дерева с такого. Вот здесь у меня. Капец. За этим. Хилится. Блин, вот это мы лошары сейчас просто втроем. Хелик на четвереньках ползает. Набегает. Он убегает вот туда вот. Остался, ты реально подумал, что это последний донат? Шутка, конечно. Теперь этот последний. Ай, Олег. Еще кто-то ползает. Все видели, да, что он творит со мной? Спасибо тебе, брат. Олег, посидел, сейчас умрет. Вон, вижу. Да. О, мой твой, твой, твой. Застройся, застройся, потому что бежит там чувак еще, по-моему. Мой твой здесь чел сидит, типа. Ну это рейс носит. Так, где попробовать кто-то захилиться. А, не, у меня это... А, это у меня есть. Сейчас чуть не за... Фигачил. У моей турель челика убил только что. Ладно, я отдыхаю, получается. Так, сила магии, сколько я хочу. Так. Что такое сила магии? Не знаю, блин, серьезно? Почему теришься? Ой, зона. Резко. Резко. Хочешь успеть? Да, успеем вдвоем. Давай, попробуем. Все, я на тачку садись. Теперь у меня вообще по нулям будет. Сейчас найдем. Мне нужен этот дробовик, который я силом колем стреляю. Какой новый. А что он дает, хил? Нет, он просто очень много сносит в голову, если это еще с перком, то он будет. Блин, ну если им попасть, конечно, в голову. Вот основная проблема. Тут есть грибочек, ребят, большой, можно захилиться. Щиток захилить, я имею в виду. Погнали. Блин. Трунда Сети получает значок дарителя. Спасибо большое, Трунда, за розочки. Давид, спасибо большое тоже за розочки. Спасибо, ребята. О, да, ребят, кому надо там по заданию уничтожить знаки зомби? Вот еще один знак есть. Уничтожьте. Кто-нибудь снесите, оно коллективное. Во, все. Кому-то сейчас засчиталось, кому надо было. Все, погнали. Поехали. Вот там челики пойдут. Во, прямо руля. Вижу, сейчас снесу построечку. Ребят, высадитесь, наверное, плавно. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть-чуть правее, кто-то чуть левее. О, он там сейчас.
На крыше двое. Право люля. Этот на крыше чел. На крыше плохо уже. Блядь. Просто я не могу себе нормально лут найти. Где вы это? Блин, а где? Там на крыше был челик, у меня нас. Не убил. Ребят, если что, тут есть какой-то лут. Вот, хороший лут, кто хотел? Вот здесь лут хороший, отметку поставил. Ай, меня добили, ребят, не успел. Вот здесь карась надо добить. Вот еще один карась надо добить. Убить, точнее. Ребят, вот карась. Просто зря мы сюда пришли. Ну, блин, ребят, пришли уже, что я могу сказать. Двое, двое на тебе, еще выше один. Метлу используй. Обидно. А уже все. Не, ну блин, было классно, зато мы повеселились. Подарочек, подарочек, подарочек. Какой подарочек, Мась? Это уже мне. Ну проверяйте, вы же не проверяете. Вот этот, пап, навет, вот этот хочу. И сзади его. Не могу. Это просто же зачем-то. Так, Олежа остается. Давид, спасибо большое. И Джава уже сам вернул. Спасибо, Джава. Пинкман у нас следующий. Давай, а, пока. Кстати, список так и не вел. Рубен появился у нас. Тимофей про 28. Кампа Лангент или Дорог. Ребят, кто-нибудь появился? Дайте знать. Кабум, Имбаскин. Привет, сегодня будет Роз. Нет, я же говорил. А, ну в принципе здесь я все отметил. Ребят, я не знаю, честно, как вас взламывают. Вот Мелман пишет, меня взломали. Почему вы не делаете двухфакторную аутентификацию? Так, чтобы у тебя подтверждение через смс-код было или через почту. Ну, то есть какие-то варианты. Это обязательно надо делать. Так, Рубен, Тимофей про 28, Канапе Тангент или Дорог? Жду, ребятки, одну минутку буквально вас. Пока гляну, что у нас в чатике. Есть еще прими, принимай, подари кирку. Можно ли сейчас сыграть с тобой? Ребят, пожалуйста, еще раз озвучу. Прилетел еще один донатик. Я приду через 5 минут. Олег придет через 5 минут. Давай тогда сейчас я сыграю одну катку с другими ребятами, а потом тебя возьму следующую тогда. Окей? Олег. Окей, спасибо. Давай, Пинкман попадает у нас. Сандаль попадает. И... фона, потому что не дождался. Минка прошла, не дождался ребят больше. Для ТикТока специально говорю, друзья, я не могу отвечать вам в ТикТоке сообщениями почему-то до сих пор. Что-то как сломалось, привет, так и не чинится. Поэтому привет, ребят, сейчас дайте скажу. Попасть в пати можно несколькими способами. Рандомно, как сейчас, я набрал 3 человек в пати. Просто первых, кто прислал уведомление. Запрос на добавление в пати. Либо это с помощью доната. Кто донатит, попадает вне очереди сразу в следующую катку, которую я набираю. Вот. Либо с помощью, если вы присылаете вот скин, как, например, Олег Позитив мне прислал вот такой скин сегодня. И еще второй, два скина он мне прислал. То тогда вы при одном скине выиграете 2 раза за катку. В смысле, за стрим. У Олега, помимо 2 скинов, он мне там еще больше 200 рублей уже донатил за этот стрим. 260, по-моему, сколько-то. Поэтому он будет играть сегодня по ходу долго. Вот. Очень плохо и фонит сильно. Ребят, ну я говорю, пожалуйста. ТикТок, мои хорошие. И еще один вариант. Есть у меня 3 сына. Которые Джон, Снейк и Супермакс. Если кто-то из вас присылает им какой-то подарочек, любой в Фортнайте, вы попадаете в пати тоже без очереди. Все, мои хорошие, давайте начинаем, погнали. Королевскую ставьте, все готовы. Теперь, Вань, я тебя слушаю. Что там у тебя с микрофоном?
Я не знаю, я вроде все настроил, все покопался в настройках, все хорошо должно быть. Ты в джойстик вставляешь наушники? Да, да. Но у тебя фонит, ты плохо либо штекер вставил, либо у тебя гнездо грязное, там забитое, не знаю, чем-то. У тебя фонит, у тебя плохой сигнал, контакт плохой. Поэтому посмотри, подумай. Так, у меня немножко V-баксов на завтрашний месяц. Ну, придется тогда надоигрывать без тебя, если отключится. Немножко V-баксов на завтрашний розыгрыш я подсобирал, как видите, поэтому обязательно приходите завтра на стрим. Друзья, обязательно, обязательно, это прям железобетонно, вам нужно быть в Дискорде. Дискорд есть сейчас везде, в ТикТоке, и на Ютубе, и на Твиче, в шапке профиля. Переходите по ссылочке приглашению и добавляйтесь на канал, потому что розыгрыш будет проходить там. Если вы не будете зарегистрированы, ну, там присоединены к каналу в Дискорде, вы не сможете в нем принять участие. Так, потрендим еще чуть-чуть. Меня зовут Дима. Если кто-то меня не знает, если кто-то первый раз пришел на трансляцию, ник мой Brother2S. Я веду на YouTube и в ТикТоке каналы с фармом опыта. Иногда выкладываю еще дополнительные видосики с выполнением каких-либо заданий. Поэтому, ребят, залетайте. Кто еще не достиг 100 уровня, у вас есть прекрасная возможность сейчас быстро апнуться до конца сезона. Кстати, сезон заканчивается 3 ноября в 9:00. Не помню, по какому времени. Вот. Также, кто хочет до 200 докачаться, тоже есть все вообще шансы. На канале есть... Я, короче, жестко микрофон за это зажужжал. Половину там было не слышно. У меня зажужжал микрофон? Да, да. Может, это наушники твои зажужжали? Ребята, напишите в чатике, были проблемы сейчас со звуком, когда я говорил последнюю минуту? Нет, не было. Да, это, скорее всего, у тебя наушники. Погнали. Что с... Что ты готов предложить? Я могу. Я предложу тебе один все ножки. Все. Что? Все ножки. Я тоже хочу скин сена, мне он очень нравится тоже. Я тебе подарю какой-то скин. Шлёбыч, сегодня не будет розыгрыша. Завтра я планирую розыгрыш завтра. Сегодня не будет. Что такое? А, блядь, точно. Лукас, так, у меня есть оружие. Стой, вот есть. Смотри, бери. Кто там кого бьет? Не знаю. Да что такое? Почему она не ставится здесь? Минус один. Может, там сражаетесь за все, да? Сейчас я попытаюсь оружие добыть нормальное какое-то. Нифига нет. Это где-то чел был. Найс. Это хил. Что-то много приземлилось. Вам не кажется? Ты вообще оборзел. Выбирает еще. Короче, Снейк хочет очень, чтобы ему какой-то подарили скин, любой хэллоуинский скин, но только не Мяукс. Не Мяукс, клоун ему не нравится. Смотри, у меня... Такой красава, да? Джонатан, можешь попробовать? Мне вот интересно, что будет в следующем сезоне. Там есть ограничения на донат минимальный. Вон тут это, идите все сюда. 30 рублей. Машина. Кому-то в пати, может, тоже нужно сейчас вот еще. Сейчас, подожди. Сюр машина, идите. Ой, бай, Идем. Какую карту? Нет, так, мы сейчас, кстати, посмотрим. Уже готово, не готово. Так, ее можно найти. Давай ты замьютишься, пожалуйста. Потому что очень фанит сильно.
уже прям устало слушать. Ты слышишь, Пит? Да. У тебя же фонит, правильно? Да. Да, замьюйся, пожалуйста, потому что это очень-очень полезно. У меня уши чувствительные, я очень хорошо слышу вообще. Так, я машину. Так, подожди, не Пинкман, фона, по-моему, сейчас. Не, у меня вроде не фонит. У Вани, у фона фонит. Вань, у тебя проблемы с микрофоном. Ну, мьютнуть мне туда. Ну, а ты не можешь выключить микрофон, у тебя не выключается? А, нет, сейчас. Во, прекрасно. Куда ты показываешь, подруга? Это здесь. Куда она показывает? А, вон там. Не вижу, блин, темно так, капец. Ты издеваешься надо мной? Кому нужен один карасик? А дальше. Не думал, что по расстоянию пришел. Да. Наверное, я лучше здесь поставлю. Все, погнали тогда. В Мегасити мне автомат нужно найти там. Я могу тебя. Классная штука вообще. Это когда ты на корточке садишься, ты Дима, быстрее, Дима, как будто бежишь. На, Дима. Вот. Ну давай, ладно, так это же. Спасибо. Я хочу с прицельчиком. Кто там? На зиплане, на этом. Да ну блин. Ну зачем ты на меня прям наезжаешь? Ну я же не могу идти. Ты же меня заглючиваешь. Ну файтили где-то. Нет, сынок, мне, пожалуйста, не жужжать на ухо так много. Ну вот 100-500 раз повторять не надо, хорошо, зэк? Змея? Меня, наверное, очень громко слышно. Кому надо... Ага, есть, ребят, кто-то наверху или где-то. Походу, наверху есть цепочки. Или наоборот в хранилище. Дима, тебе надо с прицелом автомат? Я нашел зеленый уже, если есть типа мощнее какое-то. Ребят, по-моему, кто-то уже залутал в хранилище. Или оно опять забаговое? Нет, тут застроено все. Все, тут никого. Огонь. Погнали искать противников, а то мы сегодня четверых кто-то убил, я даже не участвовал в этом мероприятии. Опа. Рядышком, ребят. Где-то рядышком. А! Где? У кого? Тут у меня. Да, Йона. Он один тут. Он сзади, Дима! Блин, меня с двух сторон. Добивают. Печально, если проиграем. Ну пипец, блин, мы же слышали, что они ходят. Ну почему? Ну как это так вышло вообще? Что вот это с прицелом дальний? Сложно. Еще один есть. Дробаш золотой вон. Печаль, конечно. Коронку, блин, одну только взяли и просрались, и все. Теперь не можем вырваться из какой-то кабалы из этой. Ладно, ничего страшного. Давайте сейчас. Олег вернулся, наверное, уже, да, Олег? А во сколько у тебя будет завтра стрим? Завтра стрим будет часов 13-14. Ну, посмотрим, я запланирую его. Все, давайте, ребят, пока. Давай.
Да ё-моё, блин, Пинкман. Хера вы не присылаете, блин, запросы в ваши группы. Вон Пинкман, Никита Прось, висят запросы. Зачем, ребят? Я не добавлюсь в вашу группу. Потом полчаса жди, пока вы передадите эту... Как она там называется? Коронку. Зачем это все неудобно? Зачем? Я еще с этим не поиграл нормально. Так, ребят, еще раз. Рубен. Олег, Олег же уже есть. Тимофей, Канапе, Лангент или Да Рок. Да Рок прислал эмоцию Артему, моему сыну. В течение недели пришла ему. Ну, в течение... Ну, до прошлого стрима? Нет. После. А, да? Это я просто переносил. Не... Ну, да. Нет никого. Значит, принимаю сейчас, ребят, двух первых, кто присылает запрос. Дизим... Да, и 7. Короче, очень сложно. Никнейм у тебя. Привет, можно с вами? Да, можно. О, Супер Макс прислал запрос. Подожди, Супер Макс, это что такое? А ну, выключай твою приставку. Мама сейчас узнает, что ты включил приставку, получи по шее. Текай. Ребят, присылайте запросики. У них просто перерыв от виртуального мира. Они недельку отдыхают. Это тебе от копчика, Давид пишет. Что? Что? Давид, что мне от копчика? Не вижу. А, Давид прислал копчик. Все, я понял. Теперь. Присылайте, ребят, запросики в пати. Что такое? Чего тишина такая? Никто не хочет играть? М? В ТикТоке, ребят, если не сложно, расшарьте трансляцию, пожалуйста, раскидайте друзьям своим. Ну, будем, значит, последнюю каточку играть и заканчивать трансляцию на сегодня, раз такая история у нас пошла странная. Давай. То все так просятся, так все хотят, то никто не кидает запрос в пати, и мы сидим в лобби ждем. Очень странно. Ну, я же уже подтвердил. Андрей Стрелок. Господи, как же давно я тебя не видел, Андрей Стрелок. Андрюха, что случилось? Тебя не видел уже просто очень давно. Я не знаю, я вам кидал очень много запросов, вы не принимали. Серьезно? Ну, на, да? Стрим, на стримах имеешь в виду? Не, я не знаю, там стрим был или не стрим, но я прям очень много вам закидывал. Не, то, ребят, просто когда не стрим, не надо меня закидывать запросами, пожалуйста, потому что я не приму, потому что я не играю практически. Я работаю, строю карту, еще какими-то делами занимаюсь. Я могу быть типа в онлайне, но я могу быть даже не возле компьютера. Такое часто бывает. Поэтому не надо меня заспамливать запросами в такие моменты. Не, я не заспамливал. Вашему сыну я, кину типа, друзья Максиму. Этот, пускай принимает. Подарок хочу поставил отправить. Поставил запрос, подождал, поставил. Окей. Максим, тебе кинули, извини, пожалуйста. Максим, тебе кинули... Так, Сундер Ланджерс покинул нас. Еще запросик, ребят, кто-то кидайте. Макс, тебе кинули друзей, прими, пожалуйста, там сейчас Олег Позитив. Он тебе хочет отправить подарок и не может, потому что вы не в друзьях друг друга. А, там, по-моему, когда этот только добавляешь друзья, он, по-моему, через 2 дня может только. Через 3. Получить. На сайте, на официальном написано 3 дня. То есть с момента отправки должно ровно 3 суток пройти, когда вы стали друзьями. Все, ребят, я не понимаю, что происходит. Судден, у тебя не получается присоединиться к пати, поэтому я вот уже взял Демида. И будем играть тогда так. Что? Привет. Тут у нас командная потасовка. Прикольно. Переставьте на королевскую. Как? Почему он опять слетело? Не было же в пати 5 человек.
Я не знаю. Так, господи, что с Fortnite? Ну что они такое натворили вообще? Обновление сделали, оно просто кривее не придумать. Творческий режим. Обновление сделали, а оно кривее не придумать. Я хотел поменять настройки и час не мог в них зайти. Ребят, ну это прикол. Я просто хотел поменять настройки. Алло. Алло, алло. Не ставится? Что? Не ставится королевская вообще? Дай мне лидер, может, попробую бак? Поставить. Ничего не ставится. Дай лидерку, я попробую. У меня вот этот... Сейчас я попробую поставить. Давай попробуем. Да. Может, у тебя просто лагает. Может, мне игру перезагрузить надо? Попробуй. Здорово! Heavy Liquid. Можно к вам в лобби добавиться. Можно только в конце следующей катки, если ты сможешь добавиться. Получилось? Это ставится. Нет, у меня королевская именно не ставится. У меня а вот кто на, присоединился еще? Я не знаю. Да. Подожди, Суден, у тебя какие-то проблемы, походу. Из-за тебя мы сейчас не можем ни карту включить, ни... Ты то добавляешь, то исчезаешь. Пока я тебя исключаю из пати. А, я не могу. Дай мне обратно, Андрюх, лидер. А сейчас я его исключу, сейчас. Который в этот, зеленый скин? Бразер 2С. Лидерку, да? Бразер 2. Мне вернее, брат. Ну, Бразер 2С, это ты. Ну, короче, робот. Ладно, на лидерку. Да, не, я знаю, как ты выглядишь. Я... Да. Господи, это какой-то бред. Сейчас Андрюху обратно добавлю. Андрюха, кинь обратно запросик еще раз. Вот, вижу тебя. Я очень надеюсь, что скоро будет выйти новый пас. Я думал, ты сейчас скажешь, я очень надеюсь, что мы все-таки сегодня проиграем. Ну и это тоже. Произошло. Да, все, это из-за него. Вот Sudden Lungers этот, он то добавился, то опять пришел запрос, то опять вылетел, то опять добавился. Какая-то фигня происходила, и он, видимо, где-то в системе висел пятым у нас, поэтому королевская не ставилась. Я как только Бразеру 2S стал лидерку, сразу, типа, мне показалось, что все кикнулись, и Бразер 2S исключил меня. Я такой, чего, как он разом всех исключил? А что нужно, чтобы поиграть на вашей карте или протестировать ИТ.П? Оказывается, это просто интернет. А, кстати, карта. У нас сейчас идет карта, обновляется. Я посмотрю сейчас состояние какое. Еее, ребята, интересная идея возникла. Какая? Может быть, на творку залетим, на мою? Ну давай. А я, кстати, видел то, что вы с карасиком делали. Или сейчас пробежимся королевскую, возьмем короночку, а потом залетим на творку. Давайте. Все, кто давайте захочет, все, кто на стриме есть, все смогут туда залететь на карту и пофайтиться все друг против друг друга. Дим, а я, кстати, видел то, что вы там с карасиком делали на 99 игроков карту. Сегодня-то что? Нет, это как-то было примерно неделю назад. Недели две назад примерно, где-то так. Ну, мы, в принципе, мы уже это, 2 или 3 недели занимаемся этой картой. Там много очень проблем было с ней. Ну, потому что я, во-первых, этого не умел делать. Я только учился этому всему в процессе. Красика тоже некоторые моменты хорошо знает, некоторые он не знает, как сделать, тоже учился. Мы провели не одну ночь с Джавой на этой карте. До 3, до 2 ночи, до часу ночи. Пацаны, давайте на бруталку пойдем облутаемся, а потом на вот эту вот хранилу, давайте. Это будет поздно, надо либо туда сразу, но это далеко от центра. Ну хотите полетим, но мне кажется, что туда будет сложно полететь. Ну, сложно это да, но там будет меньше челов, это же логика. Вот сейчас на полумесяц полетят миллион челов, это вот 100 пудов. Ребятки, всем привет, кто присоединился к трансляции на Твиче, на Ютубе, в ТикТоке. Всем огромный привет, рад вас видеть. Сейчас после этой каточки залетим на творческую карту, которую мы разрабатывали, мою первую карту. Потестим ее, посмотрим, как она работает. Мы в прошлый раз запустили, когда ее в открытый доступ. Пожалуйста, тихо, ребят, я не могу говорить вообще. Просто не могу. Это невозможно, Артём. О.
ракетница. Короче, будем сейчас смотреть, смогли ли мы пофиксить все баги, которые были замечены. Чуть-чуть переделал, там чуть-чуть поменял, в общем. Будет, короче, блин, фиолетовый. Думаю. Что фиолетовый? Да этот, забрал у меня сундук. Я теперь без лута вообще. И скажите, друзья, все сегодня побывали уже на новой карте, которую я записал, а? Все ли вы смогли апнуть там свой левый? Я? Нет. Сейчас там тем временем все пишут, нет. Мне, кстати, не понравилось это новый режим. Не очень. Какой, натиск с карты? Нет, там с зомбаками. Ну да, натиск. Ну, это натиск с орды. Да. Мне, какой-то, наверное, как мне очень прикольно, там задание, вот смотри. Ниндзя, у меня сейчас вот эта кирочка. И там вот за то, что ты прошел босса, типа, выполнил задание, там можно получить кирочку. А. Ну, я получил за него скинчик, думаю, буду играть. Скинчик за то, что ты задание прошел? Да. Чего? Мне скидали. Какой скин? Какой? А, на оружие? Да. А, фуй, блин. Я уже думал, чего, какой скин? Ну ты да, выражайся как-нибудь там правильней, потому что я тоже чуть-чуть не понял. У меня ничего не дали. Но, кстати, вы все получили скин гриба? Мухомора бесплатный. Нет, я не получал. Нет. Почему? Нет, я тоже нет. Вы чего, ребята? Имбовый скин вообще просто класс. Полный набор, причем там не скин, там полный набор. Я записал видос на канале. Есть. Называется «Приведи друга 3-0». Нет, я не понимаю, как его получить. Там все, я просто, там коротенький видос, все подробнейший просто образом расписал. Так на поездке будет, наверное, тяжело сделать. А вы были в обнове день рождения Fortnite? Вы были в обнове день рождения Fortnite? Да. Но это ж было месяц назад. А вы знали, что там была гарантия получить скин бесплатный банана? Там нет, можно было его получить. Я не ну, знал. Был шанс, но знаете что, ну это же Epic Games, но если бы там можно было получить бесплатный скин просто так, то это бы Epic Games бы не был Epic Games. Я очень надеюсь, что скоро будет обновление и выйдет новый пас. Я хочу уже получить еще 300 этих баксов, и у меня будет уже 600. А что, все, теперь мне кажется, погнали проще на один этот, раз на реально типа задонатить и все, и потом уже. Не, можно один раз просто накопить БП, получить и все, и потом развиваться. Надо почти год копить на этот БП просто, вот в чем прикол. Не год, всего лишь то примерно 3-4 месяца. Сезона. Я бы получил мухомора, наверное, но ни с кем. Ну, сезона 3, но 2-3 это примерно... БП. Ребят, это примерно это. Давайте года. Пока объясню, как с мухомором поступить. Очень классный, прям целый набор. С грибницей на спину, с оберткой, с стикером, с киркой, прям, ну, имба, реально. Я полетел на хранилу, короче. Короче, ограбили. Берете, допустим, пати собираете, в Дискорд ныряете, договариваетесь, кто хочет получить бесплатный скин мухомора. Договариваетесь. Собирайтесь 4 человека в пати. Кто там примерно с вами в одно время играет. Нужно будет, конечно, немножко позаморочиться, да, чтобы поузнавать, у кого сколько времени, кто когда играет. Но потом вы имеете возможность вчетвером проходить этот квест. Один из вас, кто-то, например, регает новый ак. Ну или если кто-то есть сейчас, кто смотрит, например, кто не играл давно вообще, не играл за последний месяц тут, в королевство. Тут 3 чела хранили, я забыл. Ребят, вам всего лута не хватает, блин. Есть оружие, делитесь этим оружием. Есть оружие, прикол в том, что я с этим оружием плохо играю. Короче, ребят, дадите договорить, чтобы дать хотя бы приблизительно одним фрагментом информацию. Короче, стыкуетесь. И потом, либо кто-то, если из вас есть кто-то, кто играл совсем мало за последний месяц, в королевскую и в нулевую, у вас есть шанс с ним получить этот скин.
Если нет таких, создает кто-то один из вас ак. То есть, подожди, если я не играл этот, там, допустим, с начала сентября, да, я, да, то есть у меня этот получит. То, задание, да, то ты, они тебе могут добавить, все они могут добавить тебя к себе в друзья. Там, по этой акции, там ссылочка есть в закрепленных комментариях. Андрюха, подожди, а где, Андрюха, мы карта? А я карту хранили, не взяли, я что хранили. Ли? Нет, я в хранили там. Класс, блин, там я короче, забыл. Я, короче, чаще всего играю в дуо, и я забыл, что мы сейчас играем в... Их трое, где? Их трое. А, вон вижу. Один со снайперкой, один с дробашом, и еще где-то был. А, Олег взял, все. Погнали. А, в хранилище сейчас зайду, заберу твою карту. Вы куда? А, ну да, а, можно и так, да. Пойдем. Еще одну карту вижу. Акция, блин. Собери карты. Собери карты и получишь целых 0.001. Фига, они меня вдвоем заспамили. Так вот, я про что и говорю, там челы, крысы. А я думал, там они это... уже еще сзади, да? Бегут. Не, там, короче, один убивал Слева. Котов, а другие в дверном проеме стояли от сейфа, и они меня зафигарили. Я не знаю. Сзади еще, закройся в бокс. Тут попасть. На таране улетай. Да блин. Надо было короче. В бокс закрыться и потом на таране. Пойдем, а ребят. Приготовиться. А, нет, не приготовиться. Ладно, окей. Карту эту. Данчик топ пишет, я ухожу, ладно, пока я ухожу из Fortnite, у меня минус аккаунт. А что случилось, Данчик? Вас всех кто-то взламывает, что ли? У вас у всех аккаунты без защиты, что ли, друзья? Ну как так? Короче, ребят, заходим на карту. Где она у меня тут? То есть, типа, у меня даже ничего не появлялось в шкафчике, у меня тупо V-баксы отбирали. А можно как-то сделать через аккаунт Google... двухэтапную аутентификацию. У меня просто сейчас аккаунт тут состоит. Что? У меня еще я что-то пытался. Вообще нет. Мне пишет. Я хочу сделать двухэтапную аутентификацию, чтобы дарить подарки. Через Google почту. Я типа все делал, но у меня почему-то, типа, теперь я захожу на PS, там подарить подарок другу, он почему-то мне не пишет то, что зарегистрироваться надо опять. Тебе надо, скорее всего, связать сначала твою PS-ку с Epic Game'ом. Так он у меня уже связан. Связан? Нет, у меня на... Да, у меня на Epic Games создан аккаунт Google, который да, связан уже с PS. Том... Нет, это ты там связал, а PS-ку не связал с ним. Ты... Ну, это как дополнительный новый аккаунт, не тот, на котором ты играешь. Есть такая проблема. А, PS-ки... Не хочет дарить. У PS-ки есть такая проблема. Можно, пожалуйста, тихо себя вести здесь рядом со мной. Ребят, я вас буду выгонять из комнаты просто реально. Ну невозможно так вести трансляцию, когда тут на ухо вот так вот себя веду. Так, ребят, смотрите, в поиск себе вводите вот такой код. 16-42-42-80-24-39. Нажимаете Enter. Появляется вот такая вот карта. Нажимаем. Настройки острова здесь сейчас на открытый поставлю себе, потому что у меня час настоял. Выбрать. Что, будем... давайте просто не в пати заходить, чтобы никнеймы друг друга не видеть. Развалим в пати сейчас, и каждый просто присоединится к моей игре. Хорошо. Ну, погнали, посмотрим, что у нас там получилось. Что вышло у нас в итоге. Данчик, ты не расстраивайся. Ты, во-первых, можешь восстановить аккаунт, если вдруг у тебя... А, ты удалил свой акт нечаянно. Так подожди, брат, он не удаляется мгновенно. Можешь в поддержку написать и попросить восстановить, если ты только сейчас это нажал. Это возможно. Не торопи события, дружище. Отвоюй свой аккаунт. Привет, жена. Как дела? Устала. Я понял. Так.
Сейчас друзей нет. Ребят, кто хочет, просто заходите по коду на эту карту в открытый режим. Кто хочет, не надо к группе, ребят, присоединяться. Не надо мне запросы на группу отправлять, чтобы мы не видели друг друга никнеймы. Вот видите, сейчас пришел человек, я не вижу его никнейм. Так будет интереснее. Потому что если мы будем в группе, то меня будут убивать постоянно. Все почему-то на меня сразу нападают. Так не хочется. Видите, какая прелесть, какая красота. Заходите все желающие на карту, будем здесь файтиться сейчас. Нет, Макс, Кофе, нет сейчас у меня никакого пати. Сейчас мы каждый сам по себе заходит для того, чтобы... А почему? Как они стали со мной в одной команде? Друзья, а как вы присоединились к команде? Нет. Не-не-не, это просто те, кто на карту позаходили. О, видишь? Просто есть те, кто присоединяется к моей игре, а есть те, которые просто заходят по коду. Так, здесь вроде не работает кирка. Прыжки чуть-чуть увеличены, чтобы чуть повыше прыгать, как видите. Мне так показалось. Но я и жду его, вот. И еще одна штука. У меня есть вот. Ай, вот что мне еще надо. Зацените, как поменялось, кто был уже на карте, как поменялся у нас способ перемещения на игровую платформу. Сейчас базу буду строить здесь. Так, что мне еще нужно? Давай сделаем вот так вот сейчас. Какие они? Где они? Вот. А как ты будешь бить? Зараза. Зашел ко мне, блин, в дом, паразит, еще и убил меня. А. Да. Прикольно, здесь можно реально хорошо поиграть. Сделал специально большой, чтобы мы могли все вместе... Киберы вон сейчас меня будут убивать. Короче, ребят, я сейчас буду все время дохнуть. Надо мне скин поменять. Чтоб не знали, что это я. А, все равно посмотрят, блин. Меня палить можно сейчас по стриму, где я нахожусь. Так, еще вот это я не юзал скинчик, где он? Вот он. Использует. А менять стиль ты мог, пап. Да, можно менять стиль. А, по-моему, там не сильно он меняется. Так, типа вот так и вот так. Ну, вот этот. О, этот какой-то самый нечеткий. Вот этот прикольный. Вот этот. Вот этот такой. Это без контура, то всё, с контура. Пусть такое. Добавьте, пожалуйста, на карту Лазерзика и Цап-Цапа. Мечта просто. Цап-Цап это что? Лазерзика, я знаю, он должен быть здесь. Был где-то. Единственное, вот меня бесит, что лут, который выкидывается, не пропадает. Я не понимаю, почему. Не знаю, где в настройках это исправить. Лазер, 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 лазер. Был же. Прикольно. Папа. Может, кто-то случайно его удалил, когда мы тут... Папа. А вот это присоски... Лучемет Кимера есть. Кимеры. Вместо присоски можешь взять... Не знаю, да. Ребят, тут наверху таймер идет, вот у меня 55 минут еще. Когда закончится, можно будет монетки забрать там на опыт. Но не знаю, будут они сейчас работать или нет, что еще калибровку не прошли даже. Давай,
вот это? Да, а лазер реально нет, что ли? Лазер Зика и что-то там, кемера или что такое? Я полетел на карту. А улетит ты еще зашел. Да. Он настроил здесь. Мы сейчас сделаем по-другому. Смотри. Меня чёрт не бить. Да подожди, не убивай, ну ё-моё. У него другой дробашек, вот не такой, который. Давай, да подожди, меня бесит, что мне не дают сделать то, что я хочу. Не понял, почему эти стройки не удаляются? Это что такое? Нет, они должны удаляться, не мои тоже. Это что за прикол? Есть постройки, которые не удаляются почему-то. Легче того, кто на просторе стоит, убить, чем того, кто прячется. Да не хочу я менять. Отстаньте от меня, пожалуйста. Ну, ребят, ну серьезно. Хочу просто, блин, поиграть. Просто с ребятами пофайтиться на карте, блин. Мне пофиг. Ну и пусть убивают. Им весело за это. За то. Все, могу построить. Я тестирую. Мне надо проверять, сносятся ли постройки. Я не понял, почему не сносились те, которые стояли вот здесь. Что это за фигня была? Я не понимаю, почему я не могу... Стоп! Ребят, не убивайте меня, пожалуйста. Нет, убиваю. Все, разбивается. Один тил. Второй тил. А ты... Это Джава. Опять? Господи, бедная жена. Она у меня просто постоянно куда-то уходит. Постоянно у нее какие-то дела. Да! Да. Все, не так уж и много, да, нас здесь получается на карте? Ну, в общем, ребят, есть такая прикольная история. Можно на этой карте играть. Давайте вернемся сейчас в Королевскую. Поиграем еще в Королевскую. Рубен вернулся. Да, Рубенчик вернулся, супер, да, я ждал, звал тебя. Ребят, все, я выхожу с карты, проверил, все супер, все классно, все работает. Имейте в виду, добавляйте себе в избранное, чтобы поиграть. Там можно поучиться строиться в частном режиме, зайти, чтобы никто не мешал. Вон, кофеечек появился, давай кофе. Так, а кофе не играл разве сегодня еще? Я не веду, опять список забыл. Можешь. Макс, привет, а ты не играл разве сегодня? Пожалуйста, выйдите из комнаты все. Рубен, жду тебя. Макс, кофе, ты играл уже сегодня или нет? Напиши, пожалуйста, если ты не можешь говорить. Нет, нет. Нет? Нет, я еще не играл. Нет.
фигово, что он, Данчик, потерял доступ к аккаунту. Ну, тем более Папин, да что, он не сможет, что ли, восстановить, написать в поддержку и все остальное? Нет, не опускай сразу руки. И никогда, ребят, всегда включайте двухфакторную аутентификацию. Так, Рубен, давай попробуем тебе написать. Как тут ответить? Нет. А вот этот скин был за пригласить друга, 2-0. Прикольный тоже, нормально так. Жду. Так, подожди, Рубен. А, по-моему, ты также и Рубен и в игре. Или нет, или я ошибаюсь. Или Торн Вендунг ты. Что у вас никнеймы отличаются во всех этих? Я уже запутался, где какой. Нет. Сейчас, после того, как Рубена возьму, Торн Вендунг, и потом, вот. Теперь возьму еще следующего, кто пришлет. Красть такой кайфовый. Алло. Да, здорово. Привет. Хайока попал. Супер. Так, ставим королевскую, ребят, и погнали. Ну что, я там 3 раза подряд, да? Да, вообще легко. Стой. Сейчас, Артём. А, ну ладно. Потом. Да, 3 раза подряд можешь оставаться. Вот, наверное, эти 3 раза мы сыграем. Кто еще удастся, кому еще удастся попасть в пати, тому повезет. Кто пришлет донат, попадет вне очереди. О, и Олег, кстати, еще позитив. Так, стоп, я должен Олега взять. Кого последнего? Хайока, извини. Надо... А, не успел. Все, Олег, значит, следующую каточку тебе. Еще 2 катки ты сыграешь сегодня. И Рубен, все 3 подряд. Все, ничего, я просто хотел посмотреть кое-что. Я уже видел, Джонатан, я видел, что Рубен пишет, он уже в пати, все хорошо, не переживай. Вот это мне повезло. Все, ты попал? Да. Да, это точно. Это точно. А что ты ходишь туда-сюда по кругу? Я? Да. Пальцы разминаю. Ну что, куда полетим? Коронок сколько у меня там? Где мои коронки? Ой, нет, я опять забыл. Вы опять потерял, не вижу эту кучу эмоций, и теперь сложно что-то находить. Куда летим? Давайте на поля, да? Во, класс, как раз поставили мне. Я мысли читаю. Ну, видишь, да, как минимум. Ближайшие пару секунд. Завтра будет розыгрыш, ребят. На стриме завтра. Ура! Будет розыгрыш. Ура! Будем разыгрывать. И скин можно будет выиграть. Будем крутить колесо. Я не смогу. Очень жаль. Но розыгрыш будет завтра в течение стрима. Время не скажу, чтобы не подстраивались. Приходите на стрим. А со скольки? Следите. Часов с часу или с двух. Примерно так. Я запланирую, вы сможете увидеть. Будет уведомление в Дискорде. Сможете увидеть, что вот запланирована трансляция. Если человек выиграет в Дискорде, вы напишите ему в личку, что он выиграл. Мне кажется, так легче просто. Они все могут быть во время стрима. Не, ну ребят, что значит не все могут быть? Розыгрыш делается для тех, кто на стриме. Только для тех, кто на стриме. Если сидеть где-то в другом месте и просто получать, скажем так, возможность выиграть, это неправильно будет. Ребята, идите, я вам оружку взял. Вот здесь у меня нету оружия, вот здесь человек. Ребят, я оружие вам взял. Help.
Оружие, ребят, спасибо, пожалуйста, спасибо. Раздаю оружие, золотое оружие. О, крона! Спасибо, что спас вообще. Давайте, хил, лут, все дела. И пойдем дальше. Может, поднимем флаг? Обязательно. Сейчас тут летит. Там человек, чудо. Летит, человек, да. Человек. Блин. Поставьте метку, да. Вот, вот, вот. Ай, он меня сейчас убьет, походу. Мне очень мало хп. Блин, я тоже сейчас помялся. Нормально так. Он меня просто уничтожил. Вижу, вижу, вижу. Я не по нему попал прям немного там. Статья 74. Давай, я добью. Блин, нет. А, коронку оставьте мне. Да ну что же, все да. Забрали-то. Воскресите меня. Спасибо. Пожалуйста. Не, не хотим мы. Мы... Так мы не договаривались. А я не... На... Где договор подписать? А, у меня нет 14. Так тебе по почте под... должен, должен был прийти. Тебе не пришел на почту? Там с 12. Fortnite можно с 12 играть. Ребят, кто-то можете стать поднимать, я пойду резну. Оттуда прибежал сейчас, балбес. Ну, самое печальное, что у меня нет никакого хила. Вообще. Будет. Все наживное. Поищи. Все приходит со временем. Ребят, друзья, всех приму вот сейчас. Секунду. Надо кореша сначала резать. Кореш, резать. Кого ты резаешь? Да. Блин, а кого я резаю? Ребят, вот вы не это, не судите строго. Вот такой я уже, понимаете, маразматик. Зато красиво построился, прикиньте. Да. Жаль так делать. Кому этот какашка стрел нужен? Жух. Все, что мне не нравится, я все время как-то называю вот так. Пупсик. Давайте к нам. Ой-ой-ой, что за бред. А у меня вот такая есть, смотрите. Куда круче. Достаточно копиться. Если заказ более 5000, то тогда бесплатно. Ладно, внедорожник перепрыгнуть. Да ладно, доставка пиццы, блин, быстрее ездит, что ли, чем... Ты прикинь, говно какое. Спортивная тачка едет, блин, хуже, чем доставка пиццы. Тут люди где-то вот. Я услышал двое человек. Два человека. Вот. Минус один. А где? Где? Давай. Да боже, я... Их не так и не нашел. Можно патроны на дробовик? Наверное. Ну, можно бери. Ого, сколько тут людей. О, да там эти боты, эти, как их там, хранилища. На мече. Все, а кто фрагнул всех, я не понимаю.
Одного я. Киборг-спортсмен. Вот чел. Это бот. Там чел, там чел. Там чел бота убил, убил. Или это вы? Да я тут немножко балуюсь. А, у нас, блин, я забыл, что я бота взял, который чекает все. Думаю, блин, кто чекнул территорию? О, это босс. Что буду открывать? Я наверх. 15. Давайте откройте там. Это. Кто пойдет next? Сейчас, мне нужно брать. Где она? Хранилище. Новый уровень. Да сколько можно? 327 же. А еще карта на опыт. Что там мне Epic Games написал? Сейчас быстренько посмотрю. Так, на карте запустился этап калибровки. Круто. Все, ребят, карта калибруется, скоро она будет полноценной вообще. Будет кайф. Круто, круто. Кто? Что? Кент умер? Не может быть. Как это случилось, Максим? Ты знал? Ты видел? Давай теперь ханки устроим. Да, очень. Зачем? Просто. Нет, это в другой карте. Да нет, просто вот садимся по тачкам и все. Зачем? Просто! Будет много шума же. А. Вдруг нас заметят. Ну, можно мы привлечь внимание, так больше фрагов насобираем. Или быстрее умрем. Одно из двух. Ну, одно из двух, да. Это правда. Ну, я лично не буду рисковать. О-о-о. Видели, где видели? Тачки есть, видели, нет? Закончились. Кому-то надо патрон на ПВ? На ПП маленький патрон. Не, мне нужен дробаш. У меня 58. Ну, 58, в принципе, пока хватает. Вот тут пицца. Машина. Ой, что-то у меня вопросик мигает. Сейчас заспавнится, походу. Опа, здесь. Опа, это кто тут там? Вот, кто-то заспавнился, да? Меня. Прямо возле меня. Вот, я про это и вот говорил. Как... О, тут куча сейфов. Охотник за бури, боевые трофеи. Давай еще что-то. И еще. Ай, ну ладно, он смотрел не как. Ай. Это чей-то бот? Нет. Нет, он тут появился. А, все, это ты его просто немножко расстроил. Золотишко. В ДС сейчас стрима нет, ребят. Ссылка на ДС есть во всех описаниях профилей. И на Ютубе, и в ТикТоке, и на Твиче. Где? Где челик? Где челик шмаляет? Метку, пожалуйста. Где-то там, в той стороне. Пойдем туда, в ту сторону, ребят. А что, знаете, что-то? Я нашел идеальное совмещение. Вот. Это парящий спринт и этот дельтаплан. Да, блин, где? Метка. Все, нокнули, да? И вот еще один нокнутый. Давай нокну. Опа, ключ. Опа, это кто? Невидимая преграда. Не смог пробежать, вообще капец какой-то. Там еще щели. Тут 300 патронов, кому надо.
той стороне еще. Справа, 300 да, патронов. Иду на, след... на другую сторону, на холм, ребят. Кто его завалил, интересно? Тоже интересно. Возле меня челик. Ты справишься? Внизу, да, я так понимаю? Откуда-то отсюда кто-то стреляет. А то босс. Мне кажется. Пиццу в этот в инвентарь возьми. Блин. Я туда возьму. Так, не, у меня места не занято. У меня 3 больших зелья защитных. Вместо них лучше брать 6 маленьких баночек. Они быстро пьются и восполняют 2 баночки 50 здоровья. Получается тоже 150 здоровья, как и с большими, но быстрее пьются, и во время битвы это намного удобнее. Хайока, куда ты ускакал от нас, друг мой? Мы вообще все разделились. Вы в курсе, что мы ладно. Сейчас все ляжем просто? Сейчас все возьму вот это. Кофе, Макс. Я думал, мы все в одну сторону идем вот, в зону. Вот, мы все, вот, да, мы все идем не в ту сторону. Не-не-не, а вот недалеко от вас. Давайте собирать. Нет, это очень пати сюда. Для пати сюда это очень далеко. Подождите, я что-то не, ребят, выкинул. Нам помню. Вот туда надо, в сторону Сити, потому что зона на уже холм. Сейчас пойдет. А ты забрал мой этот автомат? А нет, вот он. О. Нет, вот он. Не-не-не. Тут летает еще. Это? Снайперку. Не-не-не, у меня иди есть. Иди ко мне, иди сюда. Вот здесь тип. Давайте, идите сюда. Слышите, что говорю? Да-да-да, слышу. Ощущение такое, что не слышите. Он за домиком. Он ушел. Вообще, здесь... красиво, я прям в полете его... Нокнул? Я в полете его нокнул. Он прям прыгает, что и я его убиваю. Я его обелил до этого просто сильно. Я его с дробаша убил. Да, тут это, если что, он патроны валяются. А я вот тут сейчас патроны намечал. Собираю, походу. Айока 12, ты второй раз играешь, сейчас мне сказали. Да. Братан, а ты знаешь, что на стриме только один раз можно играть? Ты знаешь, что да. ты теперь получил бан и больше не будешь со мной играть? Нет. Да, братан? Ты, да, вон там, ты обманул меня, ты сейчас обхитрил. Ты знал прекрасно, что на стриме можно только один раз сыграть. И все равно играешь да, второй раз. Да, мы меня сутили. Ты лишил сейчас кого-то на этом стриме возможности сыграть. За это я тебя ставлю в бан. Чел, уверен, что я из него буду тебя убирать. Тебе надо будет как-то прям, ну не знаю, извиниться. Так, чтобы... Я 80 нет. 200 покупать. Ребят, ну помощь, ну ё-моё! Ну помощь, где? Пожалуйста, а. Вот здесь внизу тип. Иду. Он отхиливается, блин, мы бы его уже убили. Я одного туда берем. ППХ золотая здесь есть, если что. Все, погнали дальше в зону, ребят. Очень-очень уже маленькая она становится. Ё-моё!
Да ёлки-палки, блин. Да ё-моё. Ну меня помню. Замочили. Ну я один, блин, опять сражаюсь. Да хера я вас взял, батя. Так, мне надо за Хайока. Бан пишу тебе жирно. Потому что ты решил, что ты самый умный. И воспользовался моей непроверкой, не бдительностью. Ну ты думал, что это так, все просто. Нифига. Я очень зол сейчас на тебя. Ненавижу, когда меня обманывают. Сам не обманываю никого. Я ненавижу, когда меня обманывают. Прямо расстроил, пипец. Блин, были шансы все на коронку, мы просрали, потому что вы опять где-то как бы сейчас матюкнулся бы, но не буду. Короче, ладно. Каждый, блин, сам за себя. Справа. Когда-нибудь закончится ресурсы. Он реально какой-то демон, блин. Я сейчас. Вон он, на Сакуры. У Сакуры вот там. Так он тебя сейчас убьет, пока ты летать будешь, Макс. Хила нет никакого, блин, как так вышло? Это плохо, конечно. Ну, конечно, плохо. Добей этого типа, может у него что-то есть хила. Ну вот, ребят, перед всеми извиняюсь, кто сейчас смотрит трансляцию, кто хотел поиграть. На одного человека сегодня меньше сыграет. Благодаря вот у нас одному Хайоке. Хитрожопому. Еще и пишет, успел. Блин, серьезно, ну прям мне злости не хватает. Как наглости хватает у вас, люди, так вести себя. Как... Ладно бы я был брехлом, как многие стримеры там делают, да? Врут, вводят за нос, но я же с вами честен. Почему вы со мной так? Ну, то, что он должен Да чё они не улетают, не уходят отсюда? Ё-моё, как они меня бесят уже. Ну осталось два типа против тебя. Ты нас вот уже не, и не реснишь, всё, тебе надо просто с ними справиться. Ну они будут тебя сейчас бомбить. Смотри, может хил есть какой-то. Слышу вас. Летит где-то. Вон. Они из одного пати, походу. Хил хоть щиты сделать. Сложно было очень. Было, естественно, когда все разбегаются в разные стороны, очень сложно играть. Так, Хайока,
Я прям не поленюсь, найду сейчас тебя здесь. Вот ты у меня теперь будешь в списке в отдельном. Чтоб я не забыл. А то воспользуешься опять моей забывчивостью. Блин, это будет бесконечно сейчас. Вот он, видишь, у меня есть тут такой списочек. Все, ребят, спасибо за игру. Мне нужен сейчас... Давай, боевой кишлак. Мне нужен сейчас Олег Позитив, Рубен... Тимофей про 28, если есть. Это все выкупленные места, Артем. Если вдруг они все появятся, тебе придется ливнуть. Окей. Олег Позитив, Рубен. Тимофей про 28. Или... Канапа Лангент. Да, Рок. Вот это вот никнеймы тех, кто уже выкупил место в пати, но... Уже. Некоторые из них уже не первый стрим не приходят. И так у них место и висит. Лимбер. Нет. Ребят, Рубен и Олег. Рубен и Олег, вы где? Так, меня же слышно нормально. Да-да. Все хорошо. Да, Рубен, я ж тебя и жду, зову. Рубенчик написал, что должен еще сыграть. Еще две катки, как минимум. Придется мне чуть-чуть затянуть стрим, хотя уже должен был закончить. Рубен, жду твою заявочку. Вот, есть. Супер. И Олежа. Олег Позитив. Смотрю, может, я сам быстрее найду. О, есть. Все, Олежа прислал. Все. Это у нас друзья. Окей, друзья приниму. Давайте сейчас посмотрю еще кого принять и... И, пожалуйста, ребят, вот на примере сейчас человека, который меня очень сильно разозлил за то, что обманул меня, Хайока 12, никогда не пытайтесь хитрожопостью попасть второй раз на стрим. Я очень болезненно это переношу, я реально могу нафиг удалить из друзей, заблокировать и все остальное навсегда. И больше мы с вами не увидимся, потому что это неуважение ваше к самому себе, ко мне и ко всем, кто смотрит и ко всем, кто играет. Я стараюсь ко всем одинаково относиться, даю возможность всем играть со мной, потому что понимаю, что всем хочется, но не у всех равные возможности. И он поступил сейчас очень подло, что, на мой взгляд, неприемлемо. Олеж, ставь, готово, погнали, давайте сделаем нормальную игру, возьмем сейчас, у нас вон, как минимум тут три киберспортсмена сейчас в пати. А теперь думайте, кто один не киберспортсмен. Тут, наверное, выбор очевиден. Ты? Давай один на один как-нибудь после стрима зайдем. Да, мне каждый день предлагают такое. Я не ведусь. Ладно. Блин, ну ща. Смотрите, что он умеет. Блин, не успел, там есть прикольный танец. Токас, привет. Если тебе удастся попасть в следующую каточку, ты сыграешь. Следующая каточка после этой будет последней на сегодня. При этом в катке остаются у нас Олег Позитив и Торрент Вендунг. Это те ребята, которые меня задарили, задонатили, которые для них я готов сегодня сделать максимальное исключение, которое я никогда не делал и не уверен, что когда-нибудь буду повторять. Потому что правила описаны, они для всех одинаковые, но так как сегодня донатов, например, не было вообще кроме Олега ни от кого, поэтому у Олега Позитива есть исключение. Плюс он меня задарил подарками, скинами. Плюс у нас Рубенчик сегодня стал первым спонсором канала YouTube. Первый платный подписчик на канал YouTube. Это, господи, это так приятно. Плюс воспользовался еще функцией то ли суперчат, то ли что-то в этом духе. Или суперстикер, я не успел увидеть. Сейчас посмотрю. Пролистаю, где у нас тут.
И вот. Да, я так понимаю, что это у нас суперчат. Круто. У Рубена теперь, так как он стал подписчиком моим на YouTube канал, каждый стрим есть преимущество, так как он первый подписчик. Каждый стрим Рубен имеет возможность поиграть без очереди. В течение этого месяца. Так этот месяц скоро закончится. Ну и что? Ну ладно. Твое право. С какое сегодня число? Сегодня 20-е. А, 20-е. Ну, подписка-то у него идет месяц на канал. 20-е до 20-го получается. А что, мы только вдвоем разговариваем? Ну, видимо, микрофон такой у нас есть. Чумовой просто. Так, а почему я как-то чувствую себя одиноко? Никто не знает. Mm-mm. У меня, блин, гости. Да, у меня тоже. Один белый. Минус. Вообще легкий. Минус. Утоплен. Ты где? А, это не утоплен. Ой-ой. Куда я стреляю, мой дед? Сейчас, ребят, я до вас доберусь скоро. Просто с таким пати я не могу ударить в грязь лицом, поэтому я тут пати развалил одну быстренько. И все, и бегу. У меня файт. Так, лечу. Прям близко подо мной. Не могу понять, он в доме где-то. Алло? Да. А, все. Я просто не заметил, что у меня наушники были не до конца воткнуты. Поэтому ну, я не мог говорить. Где же типа вот здесь? Вот здесь. На мне еще где-то в доме, я не понимаю где. Да, блин, один патрон в магазине был. Блин, ты свои. Дал 28, 58. Еще 28. На крышу. Подними вот флаг. Обязательно. У нас кто-то стреляет. Там где-то в доме. Вон на доме. Ого, нифига. У Димы. Ой-ой-ой, он меня нокнул, ребят. Я его, блин, столько раз попал, он белющий должен был быть. Вон наверху. И снизу. Капец. Окей, просто. Ну он какой-то, блин, строитель мудрый. Он хилится, 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 хилится. Все, с броню. Как так вышло, что он еще жив? Построек не устроил. Низ спустился. Наверх, наверх, на крышу. А, ну вы видите же. Мы его видим. Хил, сделай, пожалуйста, не стой. Не убегай. Я его заберу, он хилится. Блин, а чё произошло? Убил. Да, конечно, его тупо сначала урон не нанес. Прикольно, я в него попал сколько раз. И потом
тробаша несколько раз. Он, видимо, чем-то запился мощно. Ну, он пился еще. Ну, правда, у меня говна серое все просто. Он начал с дробовика стрелять, хотя у него легендарная ППшка была. Если ты со мной говоришь, я тебя не слышу вообще, я в наушниках. Слышу только, что кто-то шумит рядом. Мешает. Хранилище уже залутали, нет? Не знаю. О, тут тебя есть рядышком, ребят. Это бот. Он сверху. Да вряд ли тут кто-то будет сидеть. Ну, знаешь, вряд ли, не вряд ли, а потом получим. Че нет. Надо бы на остров где-нибудь найти, хотя его еще нет. Что там у вас? А, блин, не поставили, да? Надо в какую-то, наверное, емкость, типа противнячек или что-то засунуть. Это клинки. Блин, прикольные клинки вот такие. Клево. Это, наверное, смотрится огонь вообще. Челики. Что минус. Надо или нет? Минус. Они просто на грузовике стояли. Что, оружие нужно? Минус. Патроны нужны? А, мне проверить. Ну, у меня 80 патронов. Давай на ППХ дам, хочешь? У меня просто нет патронов, у меня 80 на автомат, 30 минус. На дробаш. Сейчас, да блин, не успел забрать еще одного. Нет, это какашка стрел. 7 киллов. Ну на тебе, патроны. Половину отдал. Все, ребят, вы там пока играете, а мы тут... Так нечестно. Да все, идем, я шучу. Ну ладно, соло-катку, в принципе, можно залечить. На противень, выложи их просто и все. О. Штичок. Мне не надо прыгать. Просто сделай это. Одна рыбка, ну это маловато. Пойдем за пацанами, а то они там сейчас вдвоем помрут. Еще одного убил. Да. Что за игроки такие интересные? Да боты. Подожди, тут метла была? По метлу забрал. А, 100 метров. Что-то горошка моя начинает опять вываливать. Как там Супер Макс? Дим. Он очень сильно расстраивается, что дарят подарки мне, а не ему. А, то есть, если подарки дарить, то только ему. Ты же сам говорил. Ну, не то, что тебе подарки. У тебя 3 сундука. Ну, он очень расстраивается. Ребят, вот здесь вот за этой фигней еще кто-то есть. А ты знал, что Максим задонатил 13 тысяч баксов? Кто? Какой? Кортикс. Вот, который я скинчик гоняю, то он мне подарил. Так, я не понял. Кортикс, ты где?
Я тоже задонатил 13,5, просто я же не для себя, а для этого. Хотя, видишь, я... Ну, нет, кстати, я себе отдельно купил пласкина, не за V-бакса. А наоборот, чтобы еще раз пополнить V-бакса. Надо будет позабирать все это. Возможные. Чё такие легкие? Прям вообще на расслабоне сижу. Даже не строюсь. А я учусь строиться. Хотя обычно... Кстати, у меня вот карта моя, получается, которую мы делаем. Она уже готова? Да, готова. Вот она уже все. Сейчас калибровка уже пройдет. Будет вообще огонь. Я там видел пост, то, что ты делал, то, что там твою ругательный? Карту... Ругательный? Так ее да, разнесли да. Вообще, респавн разнесли, да все, все что только можно. Там двое наверху. Угу, они уже забрались куда-то. Да блин. Вот они тоже палят. Вон там чел. Летел. Озвучь. Конечно, с удовольствием. Белый-белый. Красавчик. Супер, молодец. Ну блин. Прикольный, да? Передай привет Супермаксу. Супермакс, я привет от кетчупа. Кишлакового. Ему тоже привет. Или как? Я слышу его, я слышу. Ему тоже привет. Он тебя слышит. Он говорит тебе спасибо. Спасибо, братан, за привет. Можешь с ними потом поиграть. В следующую неделю мы поиграем с тобой. Так, у нас утипа. Люди. Утипать типы. Где это, зараза? Они, походу, на меня полетели. Вот здесь у меня, ребят, у меня тут движуха, двое, блин. Иду, иду. Трое. Уже один смылся. Они улетают, они улетают. Да, они улетают, потому что поняли, что скипер. Я пометила, пометил. Двое там. Сражаются. А, все, короче, мне хана, ребят. Улетай! Я в заднице. Он там чел белый. Я не знаю, честно. Вы собираетесь брать мою карту или нет? А где твоя карта? Сейчас возьму, сейчас возьму. Блин, я даже не знал, что у тебя карта, блин. Я так увлечен сейчас был сражением, прикинь. Ну так у тебя хп, потому что нету. Привет, ребят, всем. Он снайпит меня, снайпит. 26 дал. Да все будет нормально. Блин, а куда он делся? Так, что там случилось? Ну ты даешь. Карту взяли. Так, может я ресну сейчас быстренько тогда тебя? Да, ресы, срочно. Срочно ресы. Вот если бы ты упал, а не просто стоял, было бы намного лучше. Нокнутый, который. Подвигайся, попробуй упасть куда-нибудь. Ёп. Я себе только броню снес. Я понял. Я ресую сейчас Рубена, а Олега надо тоже реснуть. Он сейчас. Нокнул, ура! Меня снайперы пытаются. А, блин, получается метло в ведьму. У меня она есть. Стой. Такой есть каша. Сейчас пытаюсь. На мне двое, на мне срочно двое. Вот тут они, вот тут вот, в этом боксе. У меня хп ноль. У них? Я улетаю от них. Меня сейчас снайпнуть будут.
Он там где-то. Ну, походу, тут всех воскресили, да? О, динозавр. А, нет! Он мне броню снес. Ребят, ну давайте в зону, потому что эти двое, они там строятся, как демоны. У нас ни гранатометов, ничего нет. Если бы мы липучки две есть. Хотя бы имели, мы бы заспамили бы их вообще легко. Пап, кстати, я знаю, как правильно... Да вы чё? Ну только вот все падает, но только не щит. Ребят, в зону. Летит. Отдал две тыки. Блин, я один ушел, ребят, ну как так? Вы там что, умереть хотите или что? Сейчас же пойдет зона. Потом возвращаюсь, если спасать вас. Что? Как? Он вообще без хп. Ну вот я об этом и речь, блин, забрать. Я тебе три раза уже сказал. Я же говорю, они у меня демоны что, какие-то читерные. Просто повезло то, что я забрал. Капец, блин, мне придется возвращаться к вам, ребят. Из-за травы тут? Этой. Он читер, ничего не делает, он просто заспамил. У нас есть один член команды, который вообще не хочет играть в команде. Знаете такого? Ну-ка. Олег? Ага, конечно. А кто? Ты что ли? Разве он кишлак? Кто я? Я вообще в раше думаю, 10 кило. Так, ребят, уже зона прям идет далеко. Ребят, вы справитесь? Давайте. Да, ты можешь идти, в принципе. У меня нет карту хотя бы мою взяли, это самое главное. О, у Олега моя ППшечка. Ну, я так подумал, может, ты мне ее вернешь потом. Потому что все-таки надо это возвращать. Ладно. Может быть, найду себе что-нибудь еще. Давай, пиццу. Да, у тебя хп ноль. Все, короче, я сдох. Я добил, да, типа. Пицца 5 хп восстанавливает. Да, вот тут за елочкой. Белого хила не было. А, блин, Олега тоже. Почему сейчас все вы от зоны подохнете? Ну, походу, боже, всё, все подохли. Как думаешь, почему? Сейчас ты подставил сейчас всю команду, дружище. А я что? Я что? Для вас что, вы все втроем пошли за одной карточкой? Окей. Ну ладно, ничего страшного. Олег и Рубен остаются. Кишлак нас покидает. Во-первых, всё, сам кишак, во-вторых, пока. Да блин, я не знаю, как это называется, Рубен. Я первый раз вообще такое слово услышал. Кишлак, все. Кишлак, давай. Пока. Так, ребят, у нас есть еще в списке. Да, Рок 99, Канапе Танген, Тимофей Про 28. Есть кто-нибудь из вас? Ты не можешь поставить время? Тём, пожалуйста, давай ты меня сейчас еще не будешь хотя бы выводить из себя. Договорились? Офсайд Грид, спасибо тебе за сердечко большое, дружище. Спасибо большое. Так, что у нас там, ребят? Есть кто-нибудь из этих людей, которых я перечислил? Дорог, Канапе, Тангент и Тимофей Про 28. Походу нет никого. Ладно. Давайте ставлю минутку. Сейчас через минутку, если никто из них не появится, я возьму первого, кто даст запрос. Вот для того, чтобы у вас была возможность у всех кинуть свой запрос. Чей попадет? Где оно там? Видно? Не видно? Чей попадет запросик, того и возьму. Пока почитаю, что вы пишете мне. Дима, привет, пишут. Привет, привет. Что там, зрители у нас есть еще? Есть. Есть, мои хорошие. Спасибо вам большое. Да, но время еще не вышло. Еще 29, 28, 27. Секундочек. Токос, можно я сейчас сыграю? Пожалуйста, кидай запрос. Если попадешь ты в пати сейчас, когда закончится, 20 секунд осталось, то попадешь ты, значит. Мистер Мэм, можно с тобой? То же самый ответ. Аказа, то же самое. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Эверест. Так, Эверест не играл? Играл. Сейчас посмотрю.
Алло, привет. Здорово, ты не играл сегодня? Нет, давно не видели. Да, все, не играл. Супер, а то у нас сегодня был один залетный товарищ, который меня очень сильно огорчил. Ну я помню, я зашел, там у меня вылетело, там чел зашел, я вышел. Так, а где моя карта? Куда она делась опять? Что? ГТО? Нет, оно должно быть где-то здесь. Передай привет Супермаксу. Супермакс, иди сюда. Тебе передают привет. Привет, всем привет тоже. Он у нас горячий парень ходит, он одну футболку. Я в кофте сижу, ну, точнее в одной футболке, и голышом ходит. В одних шортах. Ну, я так же хожу по дому. Клянчилка, можете мне подарить подарок, пожалуйста? Не, у меня только 200 баксов. Я как квест выполню на Ронина, может, отправлю какой-нибудь. Ну, а ты Ронина тоже взял, да, себе? Да. Вообще топовый. Правда, на него копил где-то недели 2-3. Ты уже ж поставил, Артём. Ну, у нас... Олег, готово, нажимай. Уже, наверное, какое-то время прошло. Бля, почему карта опять здесь? Я, короче, помню такой же режим, как у тебя поставил, музон с авторскими правами воспроизводить. У меня чисто две эмоции только были со звуком. Ну, прикинь, как обидно, да? Согласен. О, такие темовые скинчики у вас. Чека у меня 11 этих побед подряд. Кстати, блин. Сколько у меня? Опять буду полчаса искать эту эмоцию. Я ее просто в избранное кинул, чтобы не терялось. Кинуть. Я просто слепой. Я вон хожу, смотрю и не вижу. Ну, тоже такая тема. А, вот, нашел. Тридцать один у тебя или сколько? Я не знаю, я улетел. Я тоже улетел, я не успел увидеть. Вот, сейчас посмотрю. 31. Ну блин, 19 короночек за 10 дней, это будет очень сложно. За 13 дней. Я хочу до конца сезона 50, но не получается. У меня прошлый рекорд был 3. И тут эта эмоция, и тут эта эмоция. It's not вот это. Тут же не успевал. Java написал вам. 30 секунд и монетки мои. На роскошный риф. Блин, не, так это очень далеко. Роскошный далеко. Прыгаем на нектар давайте. Gravity Play, привет! Я уже два стрима сижу и не играю. Да, бывает, братан, такое. Бывает, сидишь и не везет попадать в пати. Но, видишь, какая штука. Много кто хочет. Был момент, когда я 5 минут ждал, пока пати соберется. Два человека не мог набрать в пати. Никто не кидал запрос. Значит, не сидишь ты полностью стрим, так бы ты уже попал. Ничего с этим не могу поделать. Дал всем одинаковые возможности. Кроме тех, кто меня вот задаривает подарками или донатит, потому что это единственный мой сейчас доход. Это донаты вот тех ребят, которые сейчас их присылают. Ой-ой-ой, мне плохо сейчас может быть. Да, мне плохо. Я, короче, мне сейчас сюда спущусь. Сейчас. Да, Макс, ну не дергай, но это невозможно. Я не могу играть. Да, блин. Ты прикалываешься, что ли? Я его с кирки почти забрал. Твою мать. Они издеваются, они от меня убегают, бля. Yeah, cool.
Тонер, забери по-братски медкарту. А, вы уже ее забрали? Да. Алло, Кресни? Сейчас мне надо чуть-чуть ресурсов. Мансуй. Добивай. Чтобы строиться. Майс, ты чё? Красава. Там еще вроде кто-то был. Аккуратней. Ребят, сейчас патроны беру, иду к вам. Окей. Стой! А, блин. Можете опустошить по-братски мне оставить? Олег, оставь мне, пожалуйста. Идем в хранилище, ребят. Можете меня резнуть? Давай резнем сначала тогда. Олег, резнет рядом. Все, Олег уже резает. Сейчас дабл замутим. Центр, да ё-моё! Центр захватите вначале. Давай тогда центр поддержим. Олег, хрень опустошитель, пожалуйста. Вон там чел один. Олег, опустошитель, скинь. То ли это бот. А не, это вроде чел ФК. А, не, бот. Пойдемте, ребята. Погнали в хранилище. Блин. Ребят, есть у кого карту взять? Я хочу сразу липучку себе. Ладно, пофиг. Там открою, сейчас потом вернусь. Ладно, я взял ее, тебя скину сразу. Не, оставь тогда у себя. Просто надо, чтобы в пати было хотя бы две таких штуки. Ну, я знаю, липучка это имба всегда. Ими можно реально победить. Да. Потому что если кибер, там строители попадаются тебе, кроме чем какие-то липучкой, против них сражаться вообще невозможно. Ну, Согл, если какая-то прям жесткая киберкотлета, то ты ничего сделать не сможешь. Не, ну они просто... Кто-то резнул кого-то, ребят. Вы резнули? Ну, как-то... А, да. Я услышал. Ну, спасибо за опустошителя. Дим, го сюда. Походу не здесь резко. Там могут резнуть. Да. Там их ключи как раз можно открыть. Кто там стреляет? Олег, у тебя кто-то с той стороны, да? У нас тут никого нету. Вон есть тут. А, нет, да, вон там. Дайте. К вам иду. Нифига, вот еще один. Вы пушите или что? Там еще один сзади, отметьте. Где еще один? Там было, камера отметила. Вот там. Добили? Да. Я вам пару раскумарок кинул с липучки. Пап,
О, как раз зона там. Все, перезарядочка и погнали. Ничего, да. Вау. Дима, садись. Смотрите, что я умею. Че? Сейчас подъеду. Аго концерт устроим. Сейчас нас кто-нибудь убьет. О, уже вся фулочка у вас. Не, не фулочка. Вот, место. Там еще одного можно, по-моему, присоединить. Ладно, погнали искать противника. А то мы тут... Жаль то, что у тебя звук на этой эмоции не производится вроде. Садись кто со мной на мотик. Сейчас босса замочим. А, вы на босса? Там кто-то застрелился. Его уже забрали, по-любому. А там что, уже все босса, типа, убили? Да. Мы же банда. А, вы убили, я думал. Да у вас убили. Не, мы. Видно, зато не, ну его, в принципе, следующую зону зажать... сразу. Его зажать быстро можно очень. Это не тип. А, я думал, ты про того, который через дорогу. Я, короче, знаю, как можно... Наглец. О, легенд, легенд, полетели. Недалеко от меня. Ай-яй. Ну, на легенд не успеем, точно эпик будет. Что происходит? Я не понимаю, что у вас там за файты какие-то люди. Блин, липучку надо. Возьмите кто-то липучку, ребят. У меня липучка есть. Да, блин. Я за... на легенд. Нет, захватывают легенд. Идемте. Капец, я, блин... Там кипер-котлета одна. Ай! Щит просрал. Я валю. Но зачем пошел туда один? Дай нам, блин, отхилиться, и мы пойдем. Не, я там дал немного челу. Я челу 140, что ли, дал одному. Меня просто двое начали зажимать. Одного убил там. Летит кто-то. Сейчас к вам лечу. Липучка перезаряжена. Минус. Да блин, Максим, ну не толкай стул, ну что ты, блин, делаешь, а? Сорок дал. 28 дал. Вот там. Промахнулся. Да ё-моё, вы... Нифига строитель. Да вы сами застраиваете, блин, что не даете в него попасть. Я не строил нифига. Чё, где он, где летит? Летит где-то. Клыков здесь как минимум можно набрать. Ну да. Ребят, я вам тогда слюрпы оставлю. Ну, мне как раз вот она, да. Один желательно. Вот, вот он.
А липучки легендарные нету? Я не вижу. Блин, тепловизор. Кто там сражается опять с кем-то? У кого-то есть место под липучку, а тепловизор возьму. Нет, у меня только два оружия, метла и... Ребят, ну почему опять развалились-то, а? Okay. Есть. Я сзади был. Еще внизу кто-то. Патрике кому-то на что-то нужно надо. Да есть. На ППшку могу отдать, не нужно. Я тоже могу. Пошлите уже в зону. Пойдемте уже надо. Пойдем. Олеж, пойдем в зону, потому что сейчас. Нам вот сюда надо. Это уже если с учетом нового брать. Масси, не слышишь, что ты говоришь? Тут файты где-то. Да, что, можно на файты? Давай, северо-запад. Давай, северо-запад. Супер Макс, Лав, я тебе подарю что-нибудь. 28 дал. Нокнул. Блин, капец. Еще один. 105 дал. Фу, ключ. Но один из них забирайте мой. Забирайте ключи, у меня фул ключи. Но я у тебя по сути килл забрал просто. Но не, у меня сейчас... А да, еще, еще один. Я нокнул. Блин, рез, ребят, трио-рез сделайте. Хоть слюк не использовал, а то хорошо. Кто-то это, я слышал. Как это, дичь, короче, ну кто-то на... Ну, короче, вот это же есть веревка, по которой ты мчишь. Кто-то на ней где-то гонял. Опа, слышу выстрелы. Я как раз говорю, ребят, ну, вот, вот этот, который меня... типа на гору идет, вот эта дичь. Забыл, как она называется. Все, я его наказал. Че там, противник? Ща я чекну, что тут по сундуку. Одна фиг так. Понятно. Погнали в следующую зону, нам сразу уже надо желательно туда идти. Да, потому что сейчас попадем в неприятную ситуацию. У кого липучка есть? Возьмите патроны. У меня. Или тыквомет? У меня фул патроны. У меня тоже, кстати, почти фул. У меня прям фул. Прям красота. Солнце. Только бы на дробаш еще пару патрончиков. Если автомат там золотой есть, я бы взял, потому что у меня... Нет, тут нет ничего нормального такого. У меня есть на дробовик. Папа, в липучке есть! 68. Там липучки нету. Так, надо всё верни. Чё, дальше всё? Идем, ребят, или как? Да, вот сюда. На поле помешательства. Кто стреляется? Это я. Давайте только пешком лучше пойдем, а то если мы будем на машинах, либо на мотиках, то мы лишнее внимание будем привлекать, они слишком громкие. Про что я говорил? Тут кто-то вот там стреляет. Пупсик, там три пупсика, четыре где-то так. Ай-яй-яй, больно. Сейчас люру запью. Там Барри сидит. Нормально, белый вообще, просто, как альбинос. Я Барри открыл, там где-то был. На катана там. Катана где-то. Вот это я прям напрягся сейчас, ребят, я вам отвечаю. Чё, катана выпала, что ли? Вон, тут пердульки на тут есть, как... Можете, пожалуйста, катану скинуть? Там скиньте, или она не у нас. Вон там сидит один. Чё, где он?
У меня, вон, вижу. Вон катана, вон катана, вон катана. Впереди чипок бежит. Это катана. Да блин. Вон он там где-то. Аккуратно, он тут в кустах. Да это ж... был. А, тот. Я прощу, ребят, говорю. Он туда полетел. Не, хотя не... Надо дожимать его, ребят, надо дожимать. В зону пошлите пушить, лучше не надо сейчас. Надо, он... надо, чтобы он не смог резнуть никого. Его надо добить, так, обязательно. Карты, которые... Он резает, резает, ребят. Он резает. Надо, да, конечно. У нас, блин, всего 8 типов осталось с нами. 4 противника, он сейчас резнет, и будет их больше. Резнул. Вон он, стоит. На мне, на мне. Ай, больно. Нокнул. В меня. Я ему сотку дал где-то. Да блин. Заколебал от гида. Есть, да? Минус. Кто может, подбегите, пожалуйста, ресните. Заколебал, реально, просто. А у вас что, катана, да? Вот, у него есть катана. У кого? У этого типа, который... Давай. А вы что, убили? Или нет? Да. А можно катану? Да, да, давай. Сейчас ресни. У меня катана. А, все. На. Сейчас запью. Я метлу тогда возьму обратно. Нет, катана лучше, пап! Я отдал ее. Блин, где? А, вот здесь. Сейчас я бегу. Перезарядка. Где ты? Почему так маленько? Да! Ура! Да. Супер. Это была последняя игра же, правильно? Ну да. Ну, у меня, да. Насколько я помню, я сегодня планировал. Ну да, это последняя. Часов до 6-7, а уже сейчас без 28. Да? Правильно понимаю? А, у меня почти 10. Екатеринбург время. Там чуть-чуть по северному просто. Все, ребяточки, спасибо огромное за стрим, за то, что были со мной, за игры. Спасибо Олегу, Рубену, ребят, за то, что вы меня поддержите, за то, что вы меня донатите и вдохновляете меня на дальнейшие мои свершения. Спасибо. А, Мурдечка, а ты давай... проверил? Иди проверь. Что? Дима, давай если мы в турике, типа, вот этой команды, пойдем в турике играть. Я МГС, пока не готов типа... к турнирам, я фигово пока играю. Ну я тоже, я строить так-то, так все я умею. Просто смысл идти в турнир, если играешь фигово. Ну, просто. Хотя бы просто первый этап пройти, понять, что это такое, прощупать почву. Я хочу пойти и хотя бы место призыва какое-то взять. Ну, мне, ну, надо, кстати, пару лет еще поиграть. Видео. Да, пожалуйста. Два человечка на моей карте есть сейчас. Ребят, забегайте, играйте, стройтесь, учитесь. В частном режиме можно учиться строиться, можно потом все построечки посередине на кнопочку нажимать и сбрасывать. Это карту твою сломал, там, короче, какой-то был германец, то ли иностранец, он сразу наверх на спаун начал строиться и сломал всю карту. Ну, молодец, что я могу сказать. Я это пофиксил, теперь он не сможет больше так сделать. Ну, хорошо. Поэтому. Все, ребят, спасибо огромное вам за сегодняшний день. Я прям чувствую себя уже практически максимально выздоровевшим. Немножко еще остались какие-то неважные моменты. Все. До завтра, до стрима. Завтра будет розыгрыш. Обязательно приходите. Пока. Пока. Все, всем пока.